Добрый день, уважаемые коллеги! Рад приветствовать всех в стенах Дома Российского исторического общества и всех подключившихся к нашей трансляции заседания нашей конференции. Сегодня у нас со всех сторон знаковый для нашей истории день. Сегодня... Так, сели как следует, быстро сел. Да, в эти дни, 81 год назад, началось контрнаступление под Москвой. Контрнаступление, которое позволило Красной Армии одержать первую, по-настоящему большую победу в Великой Отечественной войне. Победу, которая имела, конечно, большое стратегическое значение, но, наверное, еще больше было символическое значение победы над нацистами в этой битве. Сегодня у нас также отмечается в стране День Героев Отечества. Этот праздник, хотя и был учрежден сравнительно недавно, тем не менее имеет долгую историю. Сегодня, когда мы чествуем героев России, героев Советского Союза, мы также чествуем и георгиевских кавалеров, кавалеров Ордена Святого Георгия. А я напомню, что орден этот был учрежден императрицей Екатериной II в 1769 году, и день 9 декабря традиционно был праздником георгиевских кавалеров. Таким образом, мы в очередной раз чувствуем такую связь времен, разных эпох истории нашей Родины. И сегодня день освобождения Ельца от нацистских захватчиков. Я думаю, тоже об этом сегодня будет вполне правильно и справедливо сказать. И я хочу еще отметить, что уже второй год проводится в стенах Российского исторического общества, в стенах Дома Российского исторического общества конференция, посвященная битве за Москву. Я надеюсь, что мы и дальше будем ежегодно проводить эту конференцию, такое мероприятие, да, приглашая на него участников из разных регионов нашей Родины. Вот. Я уверен, что сегодня нас ждет плодотворная и насыщенная работа, ждут интересные доклады. И я хотел бы передать слово для приветствия Павлу Владимировичу Калиниченко, первому заместителю главы администрации Горловка Донецкой Народной Республики. Пожалуйста, уважаемый Павел Владимирович, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья, многоуважаемые соотечественники. Мы уже официально можем это говорить. Помимо того, что мы были, есть и будем русскими, мы стали официально россиянами. Это очень приятно. Приятно быть членами большой, дружной, мощной, непобедимой семьи. От имени жителей города воинской славы и города трудовой доблести Горловки поприветствовать всех участников Второй международной научно-практической конференции «Битва за Москву» 30 сентября 1941 года, 20 апреля 1942 и посвященной 81-й годовщине начала контрнаступления под Москвой. Битва за Москву по своему историческому значению, набору нестандартных стратегических и тактических решений, масштабности театра военных действий, безусловно, является одним из ключевых сражений, оказавших решающее значение на исход Великой Отечественной войны. В ходе героической обороны столицы Советского Союза мир увидел не только способность советских военных в корне переломить казавшуюся сложно решаемой военную ситуацию, обусловленную численным и технологическим перевесом противника, но и в большей степени величие русского духа, высочайшую степень самоотдачи и профессионализма советских людей, ставших на защиту столицы молодого советского государства. Подвиг москвичей, жителей окрестных городов и всех, кто встал на защиту Москвы, навсегда останется в сердцах людей, для которых такие слова, как патриотизм, свобода и Родина, священны. Сегодня жители Донбасса, как никто другой, осознают, в какой ситуации находились защитники Москвы осенью 1941 года. Мы проводим абсолютную параллель между событиями под Москвой и ситуацией на фронтах Донбасса в настоящий момент. Так же, как и тогда, русские воины совершают героические подвиги, часто отдавая за свободу нашей великой Родины своей жизни. Тысячи бойцов без сна и отдыха, зачастую месяцами, не видя родных и близких, своим героизмом, мужеством и смелостью приближают нашу победу. Тысячи вчерашних донбасских врачей, учителей, агрономов, столеваров, шахтеров, артистов вступили в ряды народного ополчения с первого дня призыва, делают на фронте все возможное, чтобы война в нашем родном Донбассе поскорее закончилась. Так же, как и тогда, оставшиеся в воюющих городах жители делают все возможное, чтобы сохранить и стабилизировать работу инженерных сетей и социальных сооружений, школ и больниц, котельных, предприятий. Вся жизнь наших городов сегодня проходит под фронтовым лозунгом «Все для фронта, все для победы». Не так давно мы стали частью нашей общей родины, Российской Федерации. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ, не просто включил в состав России новые территории, но и воплотил в жизнь мечту миллионов жителей Донецка и Луганска, Херсона и Запорожья. Жить в стране, свободной от садомистских призывов, неонацистских шабашей, способной обеспечить достойный уровень жизни и гражданских свобод всем нам, всем тем, кто гордо называет себя гражданином Российской Федерации. Уважаемые друзья, пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину от имени всех горловчан, от имени Донбасса за принятие столь своевременного и жизненно важного решения. Хочу также поблагодарить всех россиян, всех вас, всех братьев россиян, руководителей федеральных органов власти, губернаторов, глав муниципальных образований за огромную работу по оказанию содействия жителям Донбасса в столь нелегкое время. Настанет день, и мы в бронзе и граните увековечим подвиг всех тех, кто защитил наших людей, не отдал на поругание халуям, западных толстосумов, наши идеалы, нашу память, наших героев. Мы твердо уверены в нашей победе и знаем точно, что русские своих не бросают. Враг будет разбит, и победа будет за нами. Спасибо большое. Спасибо большое, уважаемый Павел Владимирович, за ваше выступление, за ваши слова. Мы, конечно же, как и вы, очень рады видеть и Донецкую Народную Республику, и луганцев, и запорожцев, и Херсонскую область в дружной семье народов Российской Федерации. И присоединяемся к тем словам, которые вы сказали в поддержку нашей армии, в поддержку наших героев, ведущих сейчас бои в ходе специальной военной операции. Спасибо вам большое. Вот. Я бы хотел передать слово для приветствия Майе Викторовне Селяниной, заместителю главы городского округа города Елец Липецкой области. Сегодня, как я уже говорил, годовщина освобождения города Ельца. И знаменательно, что в этот день именно так совпало, что мы проводим нашу вторую конференцию. Пожалуйста, Майя Викторовна, вам слово. Да, уважаемые коллеги, друзья, спасибо за поздравления. В Ельце сегодня же поистине народный праздник, и с утра, с 9 утра, просто целый день мероприятия направлены вот на такое патриотическое воспитание. Еще одно у нас такое событие, также в Ельце сегодня, это открытие мурала, который посвящен ребятам, погибшим при выполнении воинского долга специальной операции на Украине. Поэтому мы не можем город воинской славы проходить мимо всех событий, все активно принимаем участие и оказываем максимально посильную помощь. Спасибо за приглашение принять участие в международной научно-практической конференции, еще раз ближе познакомиться с людьми, которые, как и я, всей душой любят свою страну, понимают истинную ценность истории и действительно не переписанную историю, что сейчас пытаются сделать, можно сказать, коллеги, бывшие друзья за рубежом. Говоря о Ельце, я говорю мой город. Уверенно, познакомившись с ним поближе, узнав его историю, увидев красоту и очарование своими глазами, многие поймут, почему. Сегодня Елец – это прекрасные храмы, живописные виды, интересная архитектура, благоустроенные территории, масштабные событийные мероприятия, музеи, хранящие память и тайны уездных городка. Это родина многих известных общественных деятелей, денег, науки, искусства. Разные сферы жизни Ельца заслуживают интереса и внимания. Тем не менее, хочется остановиться на его прошлом. В этом году Ельцу исполнилось 876 лет. Наш город вписал немало страниц в истории великой страны, вставая на пути иноземного завоевателя. Маленький провинциальный город-крепость смело давал отпор Батыю, Тамерлану, Тагаю, Гирею и другим вражеским силам. Елец разрушали, сжигали. Многие его жители гибли в боях, были пленены, пропали без вести. Несмотря ни на что, он вновь и вновь возрождался из руин и пепла, вставая на защиту русских земель. Во время Великой Отечественной войны Елец и его железнодорожный узел долгое время были важной базой фронта в районе Орловского плацдарма и Курско-Белгородской дуги. Кроме того, два полевых аэродрома постоянно поддерживали связь с партизанами Брянской и Белоруссии. В 1941 ему крепко досталось. Немцы шли на Москву. Елец стал серьезной преградой на пути фашистской армии. 6 декабря 1941 года войсками правого крыла Юго-Западного фронта началась Елецкая наступательная операция. У нее была лишь одна цель – окружить и уничтожить группировку противника в районе города, а затем нанести удар в тыл врага. Ельчане смело шли добровольцами в ряды Красной Армии, оказывали медицинскую помощь раненым в госпиталях и на полях сражений. Времени на подготовку Елецкой наступательной операции практически не было. Страх, голод, несгибаемая воля, чуткость и профессионализм главнокомандующих привели советских солдат к победе над жестоким врагом. В результате военной операции фашистские захватчики понесли колоссальные потери. В годы Великой Отечественной войны героически проявляли себя и юные жители, чьи имя носят у нас улицы. Есть веры. Память о тех, кто боролся с фашизмом в страшной кровопролитной войне, живет в наших сердцах, в барельефах, памятниках, мемориальных комплексах, патриотических мероприятиях, образовательных программах, акциях и проектах. О подвигах в тылу и на фронте русских солдат, женщин, детей, стариков мы с гордостью рассказываем нашему юному подрастающему поколению. Раненые, убитые, пропавшие без вести, разрушенные дома, предприятия, инфраструктура. Силы и время помогли нашему славному городу возродиться. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные ельчанами в борьбе за свободу и независимость своей страны в годы Великой Отечественной войны, Елец был удостоен звания «Город воинской славы». Коллеги, об истории Ельца, его красоте, народных промыслах, святых местах, достопримечательностях можно рассказать очень много. Однако лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, как гласит русская народная поговорка. Поэтому я с радостью приглашаю вас посетить наш гостеприимный, уютный Елец. Еще раз спасибо за поздравление. Спасибо. Спасибо большое, уважаемая Майя Викторовна. Елец действительно город с большой историей. Многие выходцы из Ельца по праву занимают важные строки, да, в русской культуре, и мы об этом помним и знаем, и с большим удовольствием принимаем ваше приглашение. Надеюсь, посетим в будущем году ваш город. Спасибо. Я бы хотел передать слово для приветствия следующего Геннадию Евгеньевичу Забродченко, ученому секретарю Центрального музея Росгвардии, кандидату исторических наук. Пожалуйста, Геннадий Евгеньевич, вам слово. Добрый день, коллеги. Спасибо большое за приглашение для участия в столь знаковом мероприятии. Мы очень горды, что мы второй раз принимаем участие. Вот. В том году очень было интересно, плодотворно. В этом году, надеюсь, будет не менее интересно и не менее познавательно. Вот. Вместе с тем хочу сказать, что войска НКВД совместно с Красной Армией, с дивизиями народного ополчения принимали самое активное участие в обороне Москвы. Основными задачами наших войск было при обороне столицы участие в боевых действиях и усиление местных противовоздушной обороны столицы, организация партизанского движения и противодиверсионной борьбы, охрана тыла фронта, фронтов, ведение борьбы с дезертирами и паникерами, наведение порядка в войсковом тылу, участие в обеспечении режима военного положения, поддержание прифронтового режима, усиление охраны железнодорожных сооружений, важных промышленных предприятий и организации их эвакуации в тыл страны. охрана общественного порядка и несения службы в городе Москве, организация и несение гарнизонной службы как в Москве, так и в Московской области. Архивные документы свидетельствуют, что войска НКВД действовали решительно, мужественно, презирая смерть и проявляя готовность к самопожертвованию. В Центральном музее войск Национальной гвардии проводится большая работа по исследованию и сохранению памяти о тех исторических событиях декабря 1941 года, которая положила начало великой победы над врагом. У нас постоянно пополняется экспозиция о Великой Отечественной войне и о битве за Москву. Мы гордимся нашими воинами, участвующими в защите столицы. Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, творческой результативности в приобретении новых знаний. Уверен, что результаты нашей конференции будут полезны всем участникам, а предложенные исследователями исторические материалы найдут свое применение и в дальнейшей в практической нашей деятельности, в образовательной и научной. Спасибо за приглашение. Благодарим вас, Геннадий Евгеньевич, за ваше приветственное слово. Я хотел бы отметить, что сотрудничество с музеем Росгвардии очень продуктивно. И я уверен, что мы еще не один интересный проект совместный сделаем в будущем году и в дальнейшем. Спасибо вам большое. Вот. И для приветственного слова я передаю слово Константину Николаевичу Певневу, члену правления Российского исторического общества. Пожалуйста, Константин Николаевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Как сказал Руслан Григорьевич, мероприятие проходит уже второй раз. Надеемся, что оно станет ежегодным. И хотел бы несколько слов сказать про людей, которые воевали во время битвы под Москвой. И хотел бы сообщить, что с каждым годом мы узнаем все больше и больше фактов о войне, открываем новые страницы военных архивов и узнаем имена героев, которые отдали свои жизни. Но этим людям не всегда было больше 15 лет, они были молодые, неопытные. Если говорить по общим данным, то примерно около 400 молодых юных героев воевало на территории Советского Союза по борьбе с фашизмом. И согласно Большой советской энциклопедии, в годы Великой Отечественной войны более 35 тысяч пионеров, защитников Родины были награждены боевыми наградами и медалями. Официально пионерами-героями названы 56 человек, из них 7 являются наиболее известными. Я почему рассказываю про этих пионеров, которые были героями? На самом деле большое количество подростков воевали и в Московской области, и приняли активное участие в битве под Москвой. Например, известная партизанка, девушка Надежда Богданова, которая стала партизанкой в 9 лет волей случая, когда их перевозили на поезде из Могилева в Витебск. Их поезд был обстрелян фашистами, многие дети погибли, многие бежали в леса, но она со своим другом Юрой Семеновым бежала в город и слонялась 3 недели, была попрошайкой, чтобы выжить в таких сложных условиях. Потом уже в дальнейшем она стала настоящей партизанкой, получила поручение от командования партизанского отряда установить флаг в день Октябрьской революции. Они поставили флаг на 3 зданиях: на ремесленном училище, на папиросной фабрике и на вокзале. Об этом узнали фашисты. По пути от объектов их арестовали, долго пытали. Надежда потеряла сознание и уже очнулась среди трупов по первой версии, а по второй версии она очнулась просто во враге, поскольку фашисты подумали, что она погибла. Ну, девушке дважды повезло. Когда она уже стала в 1943 году опытной партизанкой, ее попросили заминировать со своим другом мост, что они исправили, но при возвращении фашисты остановили, проверили документы, обнаружили у нее в рюкзачке частичку взрывчатого вещества и в течение 7 дней пытались допросить, узнать у нее, где находится партизанский отряд, но она информацию никакую не дала. После этого ее просто выбросили на мороз умирать. Ей повезло, ее спасла местная жительница Лидия Шейнок, отнесла ее к себе домой и вылечила. Спустя 3 года после войны, когда женщина лечилась от ранений, испытанные на войне, академик Филатов восстановил ей зрение, и совершенно по случайности, спустя 15 лет, один из командиров отряда, в котором она воевала, в радиопередаче рассказал о разведчице Наде, которая погибла. Но, узнав эту информацию, она сказала: нет, я не погибла, вышла на связь со своим бывшим командиром, и тем самым стало известно, как человек, который принимал активное участие во всех масштабных операциях этого района. Еще хотел бы сообщить, что вот в Волоколамске был такой герой. Хотел бы заметить, что на самом деле Надежда дожила до 1991 года. У нее была удачная семья, 4 детей, прекрасные воспитанники. И, то есть, вот, волей судьбы она рассказала, как с ней все и происходило. Еще бы я хотел рассказать про одного мальчика, которого звали Боря Кузнецов. Он пытался всячески навредить врагам, в том числе даже в городе Волоколамске поменял надпись на указателе словами «на Москву», написал «на тот свет», что вызвало негодование у нацистов. Также он повредил сетевой кабель, и когда его просили нацисты помочь им слить воду в 30-градусный мороз на автомобилях, он сливал, а позже уже в ночи наливал новую воду, тем самым выводил из строя автомобили. И прославился он тем, что когда советские войска уже подходили, так сказать, гнали фашиста от Волоколамска, немцы начали собираться и под конец решили все-таки уничтожить местный мост. Мальчик не растерялся, нашел автомат, выследил их, 2 немцев подстрелил, а 3-й его ранил. Он был ранен в спину, но, к сожалению, его отвезли в госпиталь, прожив еще полгода в госпитале, он погиб. И, так сказать, напоследок хотел бы сказать, что есть сегодня наш герой, которому 96 лет, который тоже оказался в 15 лет на войне, был 2-дважды партизаном, сначала в Смоленской области, а потом уже на итальянской земле. Его взяли в плен, отвезли в Италию, где он работал на строительстве кирпичного завода, а позже он убежал и оказался в 36-й гарибальдийской бригаде. Прослужив 2 года в итальянских партизанах, его эвакуировали в Москву, через несколько стран. Это были Египет, Иран, Ирак, Азербайджан. И он, оказавшись в Подольске, прошел инфильтрацию, проверку, работая на заводе. Удачно сегодня живет в городе Одинцово, всю свою жизнь проработал на заводе в Московской области, в городе Одинцово. И напоследок, если вы позволите, это, конечно, уже, наверное, не приветственные слова, а вот такой маленький доклад, прошу прощения, Руслан Григорьевич уже торопится, у него следующее мероприятие. Я хотел бы сказать, что юнги, люди, имеющие... достигшие возраста не более 15, даже до 17 и 12 лет, они воевали не только на земле, они воевали на кораблях, на воде, под землей, в воздухе. Одним из известных летчиков, самым молодым летчиком был 14-летний летчик Аркаша Каманин. Он получил 3 боевых ордена. Также дети воевали в море, на кораблях, сражались вместе с взрослыми, совершали отважные подвиги, например, как Саша Ковалев, Володя Черепов, Коля Кулешин. На суше известен был снайпер Вася Курка. Он был удостоен 2 боевых орденов Известный был разведчик, герой Советского Союза Борис Цариков и кавалер двух боевых наград Юра Жданко. Ну и мы не пройдем мимо наших известных партизан, героев Советского Союза. Это Лени Голикова, Вали Котика, Марата Козей и комсомолки Зои Космодемьянц, которая была первым героем Советского Союза среди женщин. Хотел бы поздравить уважаемых коллег из Ельца с таким замечательным праздником, как Победа под Ельцом. И в приветственных словах сказать большое спасибо Ельцкой администрации, ассоциации «Мы из Ельца», Российской Росгвардии, музею Росгвардии, фамилии из этики не буду называть, поскольку могут неправильно меня понять. И спасибо большое, Руслан Григорьевич, что вы вытерпели мой доклад, хотя планы ваши были иными. Спасибо. Спасибо большое, Константин Николаевич. Я бы хотел, прежде чем передать слово докладчику, да, отметить ту большую работу, которую Константин Николаевич и в прошлом году проделал, и в текущем году проделал по организации этой конференции, и выразить ему слова признательности и уверенности, что такие научные конференции продолжатся и в будущем. Спасибо. Вот. И для доклада мы передаем слово Алексею Николаевичу Гузееву, профессору кафедры уголовного процесса и криминалистики Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск Национальной гвардии Российской Федерации, профессору, кандидату исторических наук, с докладом «Эвакуированное военное училище НКВД на оборону Москвы». Пожалуйста, Алексей Николаевич, вам слово. Я хочу выразить благодарность представителям Российского исторического общества за то, что была предоставлена возможность выступить на этом мероприятии. С большой радостью я увидел сегодня на этой конференции представителей Центрального музея войск Национальной гвардии, потому что я сам вырос в этой системе. И выразить им благодарность, потому что действительно этими людьми, этой организацией делается большая работа по военно-историческому воспитанию военнослужащих и не только военнослужащих. Войск Национальной гвардии оказывают огромную помощь в научной деятельности, не только сам Центральный музей, но и его филиалы во всех воинских частях, в каждой воинской части, в организации, в учреждении. И рад я сегодня видеть и принимать участие вместе с коллегами из Ельца, потому что я сам вырос в городе Ливны Орловской области, и эти города, их историческая судьба очень близка. Вот вижу, ельчане реагируют на это дело. Начало войны сложилось для Красной Армии крайне неблагоприятно. Войска первого эшелона, расположенные в приграничных округах, не смогли сдержать мощного удара превосходящих сил врага и вынуждены были отходить. К концу первой декады июля немецко-фашистские войска захватили Латвию, Литву, Белоруссию, значительную часть Украины, часть Молдавии. К исходу сентября противник находился в 300 километрах от Москвы, блокировал Ленинград, создал угрозу Харьковскому промышленному району, Донбассу, а в октябре прорвался в Крым и осадил Севастополь. И все же расчеты руководства Германии на быстрый разгром СССР были сорваны. С начала войны прошло более 3 месяцев, но ни одна задача, определенная планом Барбаросса, ни на одном стратегическом направлении полностью в намеченные сроки не была решена. Я буду говорить о военных училищах и как они приняли участие в обороне Москвы. Войска НКВД в начальный период войны участвовали в боях с фашистскими захватчиками в соответствии со своим предназначением и со складывающейся обстановкой, и выполняли свои непосредственные задачи, и участвовали в оборонительных боях. В ходе войны советское правительство ставило перед войсками НКВД новые задачи, что повлекло изменение их довоенной организационной структуры. С началом войны потребность в командных кадрах для войск НКВД резко возросла. В связи с этим была осуществлена перестройка в работе военно-учебных заведений НКВД СССР. Всего к началу Великой Отечественной войны в структуру НКВД входило 10 военных училищ. С началом военных действий был проведен ускоренный выпуск, и в первые дни войны значительное количество преподавателей и командиров курсантских подразделений были переведены в действующую армию. Только из стен Саратовского военного училища на фронт было отправлено около 50 человек командно-преподавательского состава. Из 100 человек почти 50%. В ходе Отечественной войны эта практика была продолжена, при этом преподаватели военных дисциплин назначались командирами и начальниками штабов дивизий, командирами и начальниками штабов воинских частей, командирами батальонов. И в связи с началом войны был проведен ряд мероприятий по реорганизации подготовки кадров. Не буду подробно останавливаться, просто одно училище было перепрофилировано из технического на пехотное, а два училища, одно было передано, морское училище войск НКВД, в состав военно-морского флота, а одно просто не до конца сформировавшееся было сокращено, расформировано. Таким образом, осталось в структуре НКВД осталось 8 военных училищ. В военных училищах НКВД, как и во всех других учебных заведениях, сроки обучения были сокращены для командиров пехоты до 6 месяцев, специалистов технических до 9 месяцев. Курсанты учились рабочий день 12 часов. Уменьшилось количество изучаемых дисциплин. Учебные программы были переработаны применительно к подготовке специалистов узкого профиля. При этом на 25 августа 1941 года общая численность личного состава военно-учебных заведений была более 12, почти 13 тысяч, но, как ни странно, это соответствовало довоенному уровню. Военно-учебные заведения, находившиеся в тылу, помимо занятий, несли патрульно-постовую службу, дежурили в составе зенитно-пулеметных расчетов. Напоминаю, местная противовоздушная оборона – это была задача НКВД. Выполняли другие служебно-боевые задачи и специальные задания правительства. При приближении зоны боевых действий к местам постоянной дислокации военно-учебных заведений училища использовались в полном составе как оперативно-тактические подразделения в интересах обороны, либо применялись в охране тыла действующей армии. Чтобы было понятно, по состоянию на 1 сентября 1941 года из 8 оставшихся училищ 3 находились в оперативном подчинении командованию Красной Армии. Это Новопетерговская, в обороне Ленинграда участвовала, Харьковское кавалерийское погранучилище и Харьковское военно-фельдшерское училище, это на Украине, участвовали непосредственно в боях. К началу октября под Москвой сложилась катастрофическая ситуация. Это просто катастрофа. Вот я сам военный, ветеран боевых действий. После окружения под Вязьмой, от Вязьмы до окраины Москвы не было ни одного организованного подразделения. И в результате, я не могу обойти молчанием, я вырос на этом. Меня учили в рамках предмета «История войн и военного искусства» оборона подольских училищ, пехотного и артиллерийского. И вот с 5 октября по 20 октября эти два пехотных училища прикрывали своей грудью на самом опасном направлении, на Варшавском шоссе. Это район Юхнова, Малоярославца. И из этих пехотного артиллерийского училища нет точных данных, и, видимо, учет не могли вести, около 2,5 до 4 тысяч человек, из них в живых осталось от 10 до 30%. Просто вот этот вот сюжет мы запомним. И когда противник вплотную приблизился к Москве, руководство войск НКВД в начале октября 1941 года разработало план сосредоточения частей войск НКВД в столице. Всего из войск, дислоцированных в городе, НКВД имеется в виду, для боевых действий возможно было привлечь около 26 тысяч человек. Из этого числа 4126 человек, то есть 1/6, приходилось на 4 военно-учебных заведения войск НКВД, дислоцированных в Москве. Московское военно-техническое, Московское пехотное училище, Ленинградское военное училище, эвакуированное с Ленинграда, и Высшая школа МВД. Как мы все знаем, подступы к столице были разбиты на 3 сектора. Первый сектор – это севера и северо-восток, вернее, северо-запад. Второй сектор – запад и юго-запад. И третий сектор – восточный. Военно-учебные заведения НКВД получили задачу с 24 часов 15 октября, когда уже 19 октября, это самый кризис был, уже почти уже на окраине Москвы были немцы. Вот с 15 октября военно-учебные заведения войск НКВД совместно с частями войск НКВД приступили к выполнению задач по прикрытию подступов к столице. В первом секторе было Московское военно-техническое училище совместно с 9-м полком войск НКВД. Оно прикрывало в район Ржевского вокзала, имея передовые части в Бабушкино. Высшая школа прикрывала Белорусский вокзал. Во втором секторе Ленинградское военное училище совместно с отдельным мотострелковой дивизией войск НКВД прикрывало район Калужской заставы. Передовые подразделения находились в Семеновском. В третьем секторе, в Восточном, Московское пехотное училище и подразделение 42-й бригады войск НКВД дислоцировались в районе платформы «Серп и молот». Задача диспетчить направление на Балашиху и Бронницы. Однако осенью 1941 года военно-учебные заведения, размещенные в Москве, непосредственно участие в боевых действиях не приняли. И это надо проявить мудрость, потому что я уже говорил о судьбе Подольского пехотного и артиллерийского училища. И вот этим 4 учебным заведениям, я считаю, повезло, что они смогли продолжить подготовку кадров. И я отмечу, что хотя они не принимали участие в боевых действиях как воинские подразделения, их выпускники внесли большой вклад в оборону Москвы. И следует заметить, что из 8 оставшихся училищ войск НКВД за годы войны непосредственно участие в боевых действиях принимали 4. Это Петерговское, Харьковское, 2 харьковских и Орджоникидзевское в период битвы за Кавказ. 22 октября все военно-учебные заведения войск НКВД, располагавшиеся в Москве, получили приказание немедленно приступить к передислокации. И все эти военные училища были передислоцированы в разные места. Многие авторы говорят о том, что в период сражения за Москву, особенно его оборонительные фазы, органы и войска НКВД оказались тем последним бастионом, опираясь на который Красная Армия остановила последнее наступление группы армий «Центр» и сама перешла к активным наступательным действиям. Органы и войска НКВД, в том числе и военно-учебные заведения, внесли существенный вклад в пресечение попыток противника дезорганизовать в ходе своего наступления на Москву тылы Красной Армии, сломить волю защитников столицы и ее жителей к сопротивлению. Вот есть отдельные публицисты, которые стараются умалить роль сотрудников и военнослужащих наркомата внутренних дел в достижении победы под Москвой, равно как и существуют спекуляции на допущенных в этот период отдельных эксцессах в их деятельности. И я считаю, что это является безосновательным и несерьезным. Думается, что опыт, накопленный органами и войсками НКВД в период их многоплановой оперативной боевой служебной деятельности в ходе битвы за Москву, остается актуальным и в наше неспокойное время. Хотелось бы, чтобы он был изучен и усвоен нынешними поколениями сотрудников и военнослужащих силовых структур. Спасибо за внимание. Алексей Николаевич, большое спасибо вам за интересный доклад. Очень много информации, которая оглашается впервые. Слово предоставляется уважаемым коллегам из города Ельца, которые будут выступать по докладу Иван Петрович Баскаков, кавалер 3 орденов славы. Выступающего зовут Дятлов Антон Сергеевич. Но я хотел бы еще сообщить, что организацией их докладов, мероприятия из города Ельца и выразить слова благодарности Савина Юлии Юрьевне, руководитель работы, кандидат филологических наук, учитель русского языка и литературы и директору школы, в которой организованы сегодняшнее мероприятие, Кузовлевой Наталье Валерьевне, доктору педагогических наук. Пожалуйста, Антон Сергеевич. Здравствуйте. Спасибо. Прошло уже несколько десятков лет, как закончилась страшная война. Из жизни уходят защитники нашей Родины. Их с каждым годом остается все меньше. Но при этом жестокая война стала историей. О ней нельзя забывать. Нужно помнить всем поколениям и помнить своих дедов, их подвигов. О войне нужно рассказывать детям. Если люди будут знать, что такое война, то, скорее всего, они будут милосердны, рассудительны и мудры. Тогда их он будет меньше. Говоря о героях Великой Отечественной войны, мы восхищаемся подвигами советских солдат, интересуемся историей своей страны, своего города, испытываем гордость за свой народ. Однажды, гуляя по улице, Антон Сергеевич, у вас не слышно, пропал звук. Уважаемые коллеги, Антон Сергеевич, у вас пропал и видеоряд. Уважаемые коллеги, пока идет наладка связи с городом Ельцом, мы приглашаем заведующего кафедрой истории РГАУ МХСХ имени Тимирязева, доктора исторических наук, с докладом «Битва за Москву и Тимирязевская академия» Орешева Александра Борисовича. Прошу. Уважаемые коллеги, мы вернемся к нашим уважаемым докладчикам. Слово предоставляется старшему научному сотруднику Центрального музея войск Национальной гвардии Российской Федерации, кандидату исторических наук с докладом «Без срока давности. Преступления немецких фашистских захватчиков в дни битвы под Москвой» по документам войск НКВД Магомедханову Виктору Магомедовичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы рассказать о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в дни битвы за Москву, что сейчас это очень актуально. В ряде регионов Российской Федерации проходят расследования, продолжаются расследоваться преступления, совершенными нацистами в годы Великой Отечественной войны, происходят судебные процессы, и хотелось бы немножечко рассказать об этом. Для руководства нацистской Германии, вынашивавшей планы нападения на Советский Союз, главной целью было уничтожение государственности СССР, физическое истребление и порабощение советских граждан. С 22 июня 1941 года немецкая военная машина, неся смерть и разрушение, за несколько недель захватила значительную территорию Советского Союза. Боевые действия сопровождались чудовищными злодеяниями на занятой вермахтом территории, в результате которых страдало мирное население. С особой жестокостью в нарушение международных норм оккупанты относились к советским военнопленным. Еще задолго до нападения на Советский Союз в своей книге «Моя борьба», изданной в 1925 году, будущий глава Третьего рейха Гитлер писал: «Если мы сегодня говорим о новых землях и территориях в Европе, свой взор в первую очередь к России, а также к соседним с ней и зависимым от нее странам. Это громадное государство на Востоке созрело для гибели. Мы избраны судьбой стать свидетелями катастрофы, которая является самым веским подтверждением правильности расовой теории». К слову сказать, это еще было сказано в 1925 году, задолго до Второй мировой Великой Отечественной войны. 16 сентября 1941 года германское командование группы армий «Центр» направило в войска директиву, в которой был изложен план наступления на Москву под кодовым названием «Тайфун». Немцы рассчитывали расчленить по нескольким направлениям советские вооруженные силы, а затем уничтожить главные силы Западного, Резервного и Брянского фронтов. По их замыслу, столица Советского Союза охватывалась подвижными войсками с севера и юга, а затем блокированный город планировалось разрушить огнем артиллерии, а население уморить голодом. Особой жестокостью отметилась германская армия и ее союзники на захваченных территориях Калининской, Смоленской, Московской, Тульской, Рязанской, Орловской областей. Приближение вермахта к Москве сопровождалось преступлениями как в отношении советских военнослужащих, так и в отношении мирного населения. Разведданные, донесения, опрос местных жителей представителями войск и органов НКВД – все это ложилось в основу документов, которые фиксировали зверства нацистов и их приспешников. В докладах секторов охраны Московской зоны обороны, боевых донесениях Красной армии и войск НКВД сохранились свидетельства преступлений немецко-фашистских захватчиков, которым нет срока давности. Войска НКВД осуществляли широкий спектр боевых и оперативно-служебных задач, участвовали в активных наступательных оборонительных действиях на передовой, осуществляли охрану тыла действующей Красной армии, конвоировали и охраняли военнопленных, совместно с органами НКВД обеспечивали безопасность в освобожденных районах, выявляли шпионов и диверсантов. Помимо прочего, на войска НКВД были возложены обязанности по сбору и охране трофейного имущества, а также по фиксации преступлений, совершенных войсками противника. Благодаря архивным данным, архивным материалам, которые мы недавно нашли, есть возможность придать широкой огласке многочисленные факты преступлений нацистов и страшных последствиях варварских злодеяний оккупантов, которые они совершили в дни битвы за Москву с осени 41-го до весны 42-го года на широком фронте от Калинина до Ельца. В данном докладе я приведу лишь небольшую часть таких документов. С самого начала оккупации московской и соседних областей осенью 1941 года немецкие захватчики, попирая нормы международного права и обычаи войны, установили режим насилия, кровавого террора, грабежа, повели планомерное разрушение городов и сел, уничтожение культурно-исторических памятников. Сразу же после занятия крупных населенных пунктов немецкое командование приступило к насильственной отправке советских граждан в Германию. Созданные оккупантами биржи труда осуществляли угон советских граждан в рабство. Местному населению вменялась обязанность проходить регистрацию на бирже труда, где советских граждан заставляли подписывать трудовые обязательства. О планах гитлеровцев красноречиво говорили так называемые анкеты военнослужащих, желающих переселиться, которые находили у убитых или захваченных в плен солдат вермахта. Германское командование выпускало подобный документ для поднятия духа мародеров, считая победу над Красной армией уже свершившимся делом и предлагая выбирать места для проживания на захваченных территориях. Приведу несколько свидетельств очевидцев тех страшных событий. Одна из опрошенных жительниц Истринского района, Дубакина Евдокия Федоровна, пояснила, что при занятии немцами село Ивановское все население было насильно выгнано из домов и направлено в деревню Дарно, где их разместили в помещении церкви. Одновременно с этим происходил повальный грабеж. Немцы забирали у жителей скот, птицу, теплые носимые вещи, валенки, причем отбирали все это, тут же одевали на себя. Жители села Рыбникову Анну и еще несколько других немцы расстреляли просто за отказ выйти на улицу. В тот же день за отказ выйти на улицу была расстреляна семья Шурыгиных, которая состояла из отца, матери и двух девочек 14 и 16 лет, которые были убиты, а родители были тяжело ранены. Местные жители принесли их в дом, однако перед уходом немцы, зная, что там находятся раненые местные жители, все равно этот дом сожгли. В одном из документов сержант госбезопасности Яшин собрал информацию о преступлениях оккупантов, записал такие факты. В деревне Обушково немцы грабили всех, кто попадался им на глаза из местного населения. В первую очередь отбирали продукты питания, домашних животных, птиц, а также теплые вещи. Так, у гражданки Дюковой, которая имела 5 детей от года до 16 лет, немцы забрали последний пуд муки, 2 буханки черного хлеба, 3 килограмма сухарей, 2 металлические печки, всю теплую одежду, оставив семью совершенно раздетой. В этой же деревне один из офицеров, войдя в дом Цветковых, встретил там мальчика 16 лет и его мать. Офицер начал просить у них кур, на что мальчик ответил, что кур у них нет. Тогда офицер прострелил ему ногу, а после руку. Мать, присутствующая при расправе, перевязала сыну раны. Однако очнувшийся сын выхватил у офицера автомат и застрелил его. Вот такие события происходили во время оккупации. Одна из жительниц села Крюково, Курбатова, Прасковья Алексеевна, сообщила такие факты, что находившиеся немцы, финны и австрийцы производили повальный грабеж и обыск. Отбирали хлеб, сало, сахар, вещи, одеяло, матрацы. Проходивших по улице граждан задерживали, обыскивали и раздевали. С учетом того, что это все-таки уже поздняя осень, зима. Вы сами представляете, как это отражалось на местном населении. Например, на южном фланге битвы за Москву командование 2-й германской армии еще 5 декабря рассчитывало относительно спокойно укрепиться на зимней позиции созданием зоны пустыни, как они выражали в своих документах, в глубину на 15-20 километров, в пределах которой предполагалось сжечь и разрушить все дома, в том числе сравнять с землей Елец с его 50 тысячами жителей. С началом советского контрнаступления, начавшегося 5 декабря 1941 года, когда уже в начале 1942 года удалось разгромить ударные группировки германской армии, рвавшиеся к Москве, немцы стали более активно использовать тактику выжженной земли. На совещании 20 декабря 1941 года Гитлер в своей ставке наставлял германских военачальников военно-воздушные силы планомерно направлять на населенные пункты, занятые противником, воздействовать артиллерийским огнем, сжигать населенные пункты. Стремление советского командования освободить как можно больше территории во время наступления было обусловлено еще тем, что противник, продолжая отходить в западном направлении, сжигал все селения на своем пути, расправлялся с мирным населением, гражданами и пленными красноармейцами. В ходе Елецкой наступательной операции, по данным штаба войск НКВД по охране обороны тыла 3-й и 13-й армии, противник, отступая из села Прилипки в 35 километрах от Ельца, сжег 44 дома. Оставшиеся без крова жители были вынуждены переселиться в соседние населенные пункты. В деревне Устье немцы сожгли 24 дома. В деревьях Куликовка и Маково и Елецкого района они согнали на скотный двор весь принадлежащий крестьянам домашний скот, который также сожгли. 9 декабря 1941 года противником сожжения деревни Янцовка, Успенка и Чернолесье, находившиеся непосредственно близости от города Ефремов. Согласно оперативной сводке от 12 декабря 1941 года штаба 57-й бригады войск НКВД, противник, отступая под натиском частей и подразделений Красной Армии, сжег дотла населенные пункты Бочково, Каменка, Лаухино, перед этим истребив местное население. Немцы расстреляли домашний скот, который не смогли забрать с собой, а местные жители были лишены продовольствия и возможности укрыться от холода. Впоследствии стали известны факты зверского поведения солдат и офицеров вермахта. В селе Малиновские и Веселки немцы загнали в подвал одного дома 4 семьи, женщин и детей, замкнули двери и подожгли дом. В селе Рассошное они загнали в бывшую церковь около 500 пленных красноармейцев, которых в течение 5 суток не давали пищу и воду, а в ночь с 12 на 13 декабря 1941 года бросили им вместо еды мертвую лошадь. Когда измученные и изголодавшиеся пленные стали пытаться есть конину, то немцы начали их расстреливать из автоматов и бросать через окна и двери церкви гранаты. В результате этой расправы было убито и тяжело ранено более 40 красноармейцев. О масштабах зверств и грабежей, чинимых оккупантами, можно судить по ежедневным оперативно-разведывательным сводкам частей РККА и войск НКВД. Так, только в одной сводке 57-й бригады войск НКВД от 15 декабря сообщалось, противник, чиня бесчинство и издевательство над мирным населением и расстреливая пленных красноармейцев, сжигая населенные пункты, поспешно отходит в западном и северо-западном направлении. К слову сказать, под Ельцом оперировали несколько пехотных германских дивизий, одна из которых 45-я пехотная дивизия вермахта считалась элитной, состояла в основном из австрийцев, в свое время участвовала в триумфальном походе на Францию, захватывала Польшу, отличилась зверствами при захвате Брестской крепости, но фактически полностью была разбита под стенами Ельца во время Елецкой наступательной операции. И, к слову сказать, что во время этих событий был захвачен обширный архив данной германской дивизии, изучив который, впоследствии стало известно о подвигах защитников Брестской крепости, которые держались не один, не два дня, не несколько недель, а некоторые очаги сопротивления отмечались и по истечении 2 месяцев с начала боевых действий. Кстати, еще стоит отметить, что химические службы и войск НКВД, и Красной армии отмечались такие случаи, что немцы, отходя, отравляли все водоемы, и была опасность химических атак, о чем было отражено в докладах соответствующих подразделений. В ходе наступления советских войск под Москвой сотрудники и военнослужащие войск НКВД продолжали фиксировать преступления немцев, которые отбирали все, вплоть до носимых вещей, продуктов питания. Это таких документов мы в последнее время нашли очень много, и в ближайшее время планируем написать обширные научно-исследовательские труды на эту тему. «Жалкие выродки истории», как метко назвал немецких фашистов Горький. Разбойничая, захватив власть и назвав себя всем на посмешище национал-социалистами, вот уже который год организуют одну кровавую бодню за другой, констатировалось в одном из изданий периода Великой Отечественной войны. Преступления оккупантов были подтверждены многочисленными актами о разрушениях и зверствах, показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями судебно-медицинских экспертов, документами вермахта, захваченными советскими войсками, и расследованием, произведенным членом Чрезвычайной государственной комиссии академиком Бурденко. Изучение документов Великой Отечественной войны, разоблачение преступлений нацистов сегодня приобретают еще более актуальность, так как последние события на Донбассе наглядно показывают, что на Украине имеет место возрождение нацизма, а последователи Гитлера и Бандеры повторяют те же преступные методы и приемы в отношении России и русскоязычного населения, что зародились еще в годы Великой Отечественной войны. И в заключение хотелось бы поздравить всех с праздником Днем Героев Отечества, а ельчан с Днем освобождения города Ельца от немецко-фашистских захватчиков. Доклад закончил, спасибо. Спасибо большое, Виктор Магомедович. Вы очень большие усилия и помощь оказали в организации сегодняшнего мероприятия. Слышали про ваши достижения в изыскании архивных документов. Очень полезный доклад. Вернулся у нас на связь уважаемый заведующий кафедрой истории РГАУ МСХА имени Тимирязева, доктор исторических наук с докладом «Битвы за Москву» Тимирязевской академии Оришев Александр Борисович. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый день. Прежде всего, мне бы хотелось поблагодарить вас за приглашение принимать участие в такой важной для нашей страны, для нашей науки конференции. И что вдвойне приятно, я вижу здесь много представителей города воинской славы, города Елец. У меня очень много что связано с этим городом. Я не перестаю восхищаться ельчанами, их мужеством, их отношением к своей истории. Скажу более того, мое становление как ученого, оно прежде всего связано с городом Ельцом и с Елецким государственным университетом. Но что касается моего доклада, он посвящен Тимирязевке, крупнейшему аграрному вузу страны, который, как и другие вузы, как и все советские люди тогда, переживал очень тяжелый период своей истории. В начале войны 200 работников нашей академии были призваны на фронт, 300 преподавателей, аспирантов, студентов отправились на фронт добровольцами. Многие работали на строительстве оборонительных сооружений и противотанковых рвов под Москвой. Не забывали наши тимирязевцы и о науке, только вектор их исследований в военное время изменился. Научная мысль была полностью подчинена победе над врагом. В середине октября 1941 года обстановка на фронте резко ухудшилась. Германские войска настолько были близки к столице, что артиллерийская канонада была хорошо слышна и в академии и днем, и ночью. И вот в этой обстановке было принято решение об эвакуации академии в Самарканд. Само решение было принято вечером 15 октября, а в течение следующего дня эвакуацию планировалось уже завершить. То есть давалось на все меньше 24 часов, то есть меньше суток. И вот уже утром 16 октября во дворе между жилыми корпусами, куда были поданы грузовики для перевозки людей и вещей, можно было наблюдать такую тяжелую картину. Ходило много слухов, но толком никто ничего не знал. Многих эвакуация застала врасплох. Вещи не были подготовлены, и наспех их собирались всю ночь. Вывезенные на перрон вокзала преподаватели семьями, студенты двое суток просидели на вещах, но в конце концов, в общем, поезд тронулся, и отправились они в Самарканд. Большинство уехало туда, но многие здесь остались. Ну, кто остался? Кто-то был вынужден остаться по причине, что была работа в лабораториях, которые обслуживали военные нужды. Кто-то из-за болезни, кто-то из-за боязни потерять членов семьи, а кто-то просто рассчитывал эвакуироваться не в Самарканд, а куда-то в другое, ну, какое-то другое-то место. Несмотря на то, что у многих задержавшихся в Москве были на то серьезные причины, у некоторых работников академии стали неожиданно возникать вопросы, подозрения, ну, по какому случаю, почему остались. И периодически возникал вопрос: как вы еще не уехали? Конечно, эта фраза вот таким тоном произносилась в том, что тебя в чем-то подозревают. Это действительно ничего не может быть хуже, чем вот такая всеобщая подозрительность. Был арестован профессор Герлах Рудольф Эдуардович по той причине, что это был ученый немецкого происхождения. О том, что он имеет немецкие корни, работать это ему не мешало. Это был известный сыродел, его очень уважали в академии, не только в академии, а вообще в стране. Но вот наступила война, и у профессора начались проблемы. 4 ноября он был арестован по подозрению в шпионаже, 5 месяцев просидел в тюрьме, все время подвергался допросам. И вот в конце концов, хотя обвинение с него сняли, но тем не менее отправили в Казахстан, в город Жамбул. Морально тяжелая была очень обстановка, военные события не сулили тогда никаких радостных надежд, работа в академии была прекращена почти совершенно, учебные корпуса не отапливались, некоторые из них законсервировались на неопределенный срок. На готове стояла легковая машина для вызова в последнюю минуту для заместителя директора, который остался в Москве для решения важных дел. Что касается главного академического корпуса, где размещалась дирекция и учебная часть, то он стоял с заколоченными окнами. Бытовая обстановка в домах преподавателей была трудной. Дома вообще не отапливались. Электричество было выключено, керосина не хватало. В квартирах приспосабливались маленькие железные печурки, в которых готовилась еда и кипятился чайник. Печурки топились чем попало, главным образом щепками. И вот редко удавалось достать немного дров. Однажды жильцы профессорского корпуса решили своими силами как-то пустить в ход отопление. Выяснилось, что для этого необходимо в сутки нарубить 8 кубометров дров. Договорились с лесной дачей, академией и отправились рубить дрова. Работали весь день, в итоге нарубили всего 7 кубометров. Стало ясно, что так проблему не решить. Что касается студентов, то условия учебы тоже были непростые. Из-за недостатка свободных помещений, ведь часть корпусов отдали под госпиталь, студентов разместили в одном общежитии и уплотнили до пределов возможного. При этом общежития тоже не отапливались, свет был выключен и давался только в главный корпус. где размещалась библиотека. Питание в столовой было на очень низком уровне. То, что, что кушали студенты, это была какая-то жидкая похлебка из пшеничных зерен. Надо сказать, что во время войны студенты были приравнены в снабжении к рабочим и получали рабочую карточку. То есть правительство наше, несмотря на войну, о студентах заботилось. И надо сказать, что вот это обстоятельство, скажем, правда, как оно было, привлекало вузы проходимцев только ради получения вот этой карточки. К сожалению, тоже скажем и об этом, началась текучесть студентов. Пользуясь тем, что студентов московских вузов было очень мало, и каждый вуз пытался привлечь себе молодежь, свободную от военных обязанностей, то некоторые молодые люди, особенно девушки, они кочевали из одного вуза в другой, но в надежде найти какое-то место себе получше. Иногда переходили целыми группами. Поступали в один вуз, потом что-то им не понравилось, переходили в другой, а затем в третий и даже в четвертый. Хотя причин для такого поведения не было. Иногда действовали рассказы подруг о том, что в другом вузе лучше общежитие, где-то лучше кормят, где-то какие-то интересные преподаватели и так далее. В условиях, когда вермахт вплотную приблизился к Москве, было принято решение, правильным решением, только потом, конечно, об этом пожалели. Документы были уничтожены, и вот сейчас Академии нашей 157 лет, и хотелось бы поднять кое-какие вопросы, посмотреть с помощью документов, а документов нет, к сожалению, и возникают пробелы в историческом знании. В годы войны из главного корпуса не только координировали учебным процессом, в подвале располагался штаб Московской ПВО. Сама жизнь диктовала необходимость организации противовоздушной обороны. Налеты германской авиации на Москву стали регулярными уже на второй месяц войны. И все военные годы заместителем начальника противовоздушной обороны Москвы был выпускник Туркестанского госуниверситета и рыбохозяйственного факультета Академии Мартышев. И он блестяще справился с этой работой. Асы Люфтваффе так и не смогли нанести существенный урон столице. Причиной тому была хорошая налаженная работа ПВО и энтузиазм москвичей. Большинство преподавателей дежурило на чердаках учебных корпусов и жилых домов и для защиты их от зажигательных бомб. Совместное дежурство преподавателей, сотрудников, студентов и участие в строительстве оборонительных сооружений сближали коллектив, делая его единым целым. На территории Академии в здании третьего корпуса располагался еще один штаб. Это был запасной штаб обороны Москвы. Есть сведения, что сюда приезжали на военный совет Жуков, Рокоссовский, однажды прибыл сам Сталин. В годы Великой Отечественной войны на территории парка располагался зенитный полк. Часть деревьев была уничтожена для его нужд. Понятно, что деревья важны, но тогда было, скажем так, не до зеленых наших богатств. Уважаемые коллеги, скажу, что у нас в планах написание книги, которая была бы посвящена истории Академии в годы Великой Отечественной войны. И вот события 1941 года, несмотря на всю тяжесть, сложной ситуации, тоже займут в этой книге достойное место. На этом, коллеги, я завершаю свой доклад. Спасибо еще раз за приглашение. Будем работать, стараться заниматься вот этой важной темой. Спасибо. Александр Борисович, спасибо большое, что вы соблюдаете регламент. Спасибо большое. Мы очень рады, что к нам вернулась школа номер 12 в городе Лица. Пожалуйста, уважаемый Антон Сергеевич, мы вас внимательно слушаем. Добрый день еще раз. Я готов с того момента, на котором начал. В 1940 году Иван Петрович пришел служить в армию. Он направился в город Спас, который находится на берегу Тихого океана. Там его назначили заряжающим 45-миллиметрового противотанкового оружия. Через год он уже нес службу в Альборге на западной границе и в Третьей мировой войне. В ночь с 21 на 22 июня полгруппы поднято тревогу. Не успели как ничего. Сходу смяв малочисленный пограничный заслон, немцы устремились в другую сторону, не ожидая по стрелению. Мы их план сорвали, так как видели встретили вагонистых пулеметов и прицельные стрельбы за МПО. Немцы этого не ожидали, и через 15 минут снова повторили атаку, но уже не там. Сам разгар боя на ближайших машинах оставался около 50 метров. От попа Иван Петрович упал у него, как на дне прогромыхала машина, которая засыпала его. Откопал его тогда товарищ Коротин. В тяжелых кровопролитных боях, то отступая, то попадая в окружение, то выходя из него, уничтожал живую силу технику противника, изматывая врага, через Днепр, и от всего осталось всего 16 человек. В дальнейшем участие Ивана Петровича в войне было связано с Ленинградом. Он провел те самые блокадные дни и ночи, которые сейчас золотыми буквами вписаны в историю как величайший подвиг народа. Генерал-майор Борис Александрович Владимирский стал краснознаменным. Личный состав средней мере заслужил 16-м, что прекрасный состав, он уже считался тяжелым боем. Имел солидный опыт, о чем говорили государственные. Первый орден славы третьей степени сержант Баскаков получил во время проведения операции мобилизационных в Беларуси. Сейчас это так. На пути наступления наших подразделений серьезным препятствием стал немецкий ЗОВ. Используя рельеф местности, бойцы вплотную подкрались к фашистам. В дело пошли гранаты. Первым сорвавшуюся в дверь бросился командир. Так он убежал с небольшой белорусской деревушки. Тогда они увидели гранаты с пункта. Хозяйка дома торопливо объяснила, что дело было шмать своих детей. В тот раз разведчики не стали брать языка, а решили безопасить детей, России по инстанциям. Но уже в следующую ночь Баскаков с разведгруппой вернулся в эту деревню, захватил языка, нашел самую учительницу, с ее помощью допросили пленного немца. От него были получены ценные сведения, и благодаря этому был по врагу нанесен массированный удар уже следующим утром. Немцы уступили с этих подменных позиций. За это был вручен орден славы второй степени. Незаметно подошел 1944 год, граница Польши. Перед командиром вновь была поставлена задача доставить штаб языка. Под покровом ночи, пробираясь к позиции противника, они оказались на минном поле. Антон Сергеевич, прошу прощения, очень плохая связь. А не могли бы вы делать доклад без видео? Может быть, лучше бы вас слышали. Антон Сергеевич. Очень плохо слышно. На каком моменте? Заказали дивизии на польско-германской границе. Несколько атак сорвалось. Когда дождались в темноте, выставили вперед разведчиков. Сержант Баскаков. Разведчик доложил, что уважаемый Антон, мы просим вас перезагрузить компьютер. Очень плохая связь. Уважаемые коллеги, поскольку связь плохая с городом Ельцом, мы просили коллег перезапуститься. И снова предоставляется члену Союза литераторов и Союза журналистов России, полковнику внутренней службы в отставке Московского Домодедова, докладом участия подразделения «Обзвон» по радио Москвы и выступления под Москвой. Алексееву Игорю Владимировичу, прошу. Добрый день, уважаемые. Они мужественно выставили в то тяжелое время, подарили нам мирные... Наверное, по звуку накладка. Это для презентации. Так, теперь можно говорить. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад не случайно называется «Участие подразделения АМСБОН в обороне Москвы и контрнаступлении под Москвой», потому что я автор книги «Миссия победить». Вот в презентации представлена обложка этой книги. И вторая обложка – это та же книга, но уже в интерпретации издательства «Эксмо». Чисто коммерческое название «Спецназ Берии. Первый бой». Но все-таки мне, как автору, ближе моя идея, заложенная в названии, потому что в этом названии я вложил суть, собственно, произведения о том, что в рамках этой миссии любые средства и методы были оправданы. И определенная роль отведена такому инструменту, как пропаганда. Пропаганда героизма, которая помогала поднимать боевой дух воинов. Вот такая была изначальная идея, то, что, собственно, получила интерпретацию немножко другую, там уже, как говорится, на откуп самого издательства. Ну вот, что бы я хотел сказать. Значит, в книге повествуется о начальном этапе деятельности АМСБОНа, отдельной мотострелковой бригады особого назначения, причем мне удалось воссоздать хронологию событий, потому что, опираясь только на документы, часть из которых до сих пор засекречена, очень трудно было отследить всю последовательность событий. Но судьба так распорядилась, что мне довелось познакомиться и пообщаться с живым свидетелем тех событий, Евгением Александровичем Ануфриевым. Он дожил до наших дней, ушел из жизни в возрасте 98 лет, но где-то у нас с ним полгода было отведено общение, опять же повторюсь, судьбой, потому что мне действительно не хватало именно живого взгляда на события. Где-то надо было уточняющие какие-то моменты. И даже сам дух того времени мне удалось в каком-то смысле передать в книге благодаря Евгению Александровичу и его такой стойкой гражданской позиции, потому что он до последних дней оставался патриотом Родины, постоянно держал руку на пульсе событий, отслеживал все события, выписывал газеты. Это вот, я повторюсь, несмотря на его почтенный возраст. Значит, что собственно, удалось узнать? Ну, во-первых, я просто вкратце пройдусь, нет смысла пересказывать содержание книги. Ну, естественно, был отражен начальный этап создания Амсбона, тогда это называлось войска особой группы при НКВД СССР. Они начали формироваться буквально через 5 дней после начала войны, 27 июня на стадионе «Динамо». Мы все знаем, ну, многие знают, кто этой темой интересуется, что в состав этого вооруженного формирования входили спортсмены, именитые спортсмены, комсомольцы, студенты вузов, пограничники. Пограничники в основном, конечно же, занимали должности руководящего состава, командования. Вот. Ну и также представители Коминтерна, тоже немаловажная составляющая, иностранцы, испанцы в основном, много было других, с других стран коммунистов. Это что касается формирования. По, значит, дислокации тоже мне удалось в повествовательном виде так вот рассказать, ну, произведение само художественное, но оно документальное, то есть все данные приведены точные, я никоим образом не исказил ничего, просто в него, как художественное произведение, была внесена определенная драматургия. Вот. А так основной базой являлась учебная база Амсбона, в основном была развернута в северо-восточном пригороде Мытищ. Вот. А также находились на других объектах Московской области, просто перечислять не буду, некоторые базы, на которых также шло обучение, формирование Амсбона. И помимо этой деятельности, поскольку уже немецкие войска подходили к Москве, соответственно, некоторые из особо подготовленных, обучаемых солдат, они уже принимали участие в боевых действиях, в частности, в минировании. Конкретно вот с 8 октября по 20 ноября проходило минирование наиболее важных, особо важных объектов в столице. Это главные железнодорожные вокзалы, объекты оборонной промышленности, правительственные здания, станции метрополитена, гостиницы «Националь», «Метрополь», некоторые жилые строения. Также минированию подвергались несколько правительственных дач под Москвой. Эти факты, в принципе, известны. Ну, конечно же, вот сегодня коллеги упоминали, такой отправной точкой и критической, можно сказать, точкой, это стало 15 октября 1941 года. Эта дата известна больше как дата такой московской паники. Вот один день буквально там небольшая неразбериха творилась, но потом все уладилось, и снова Москва как бы стала таким объединяющим центром для всей страны и, в частности, для внутри себя. Значит, 15 октября ночью бригаду подняли по тревоге и в Мытищах, и в других районах дислокации. И вот эти подразделения прибыли в Москву и уже несли, значит, службу на улицах, строили боевые точки, как вот уже упоминалось, защищали, в частности, улицы Горького. Улицы Горького, вот конкретно в моем рассказе описывается более подробно, как там известный поэт Семен Гудзенко, Левитанский, вот у них был боевой расчет пулеметный, а также мой главный герой, вот они все в этом районе готовились к отражению противника. Вплоть до 7 ноября, как известно, стала дата проведения военного парада на Красной площади, который стал не просто демонстрацией силы, а по сути стратегической операцией, которая позволила сломить, как в каком-то смысле, дух немцев, которые уже подходили к Москве. И вот сразу же, через несколько дней после, значит, этого военного парада, часть подразделений, ну, они все были диверсанты-разведчики, обучались минированию, минному делу, вот, и они были направлены на пригороды Москвы, в частности, вот Клин, Солнечногорск, туда вот на север, вот, Ямуга, и там, я не буду отнимать хлеб у нашего уважаемого коллеги, он об этом расскажет, я, судя вот по нашей этой программе, вижу, что инженерные подразделения Озборной защиты столицы – это как раз вот то, о чем я тоже описываю в книге, но на этом подробно останавливаться не буду. Вот, просто хочу отметить, что, конечно, в жесточайших условиях, на морозе приходилось закладывать эти фильмы, там вот в книге описано детально, как это делалось, какие мины использовались. Вот. Но самое главное, мой главный герой, он ему была отведена роль фиксировать именно места минирования, и потом это пригодилось, когда с началом контрнаступления эти же подразделения были брошены на разминирование своих же мин, по сути. Вот. Вот эта роль, конечно, она, может быть, недостаточно изучена, но она очень интересна и познавательна, потому что минировать приходилось прямо перед носом наступающего противника, иногда в визуальный контакт и огневой контакт происходил между противниками, иногда даже наши попадали в окружение. Вот, но благо все, их подготовка позволяла выходить из этой ситуации с наименьшими потерями. Вот, я на чем бы хотел остановиться? Ну, конечно же, так, сейчас. Конечно же, нельзя не упомянуть 5 декабря, когда началось контрнаступление под Москвой. Ну и для сотрудников, для бойцов Амсбона, такой же отправной точкой стал январь, хотя до этого засылались партизанские отряды. А не секрет, что Амсбон принимал участие в формировании партизанских отрядов на территории врага. Вот, то есть группа засылалась и создавала там партизанские отряды из местного населения, из всех, кто был к этому готов. Вот, но так, чтобы вот применить ту подготовку диверсионно-разведывательную, которой они, собственно, готовились, вот, как раз выдалась возможность в январе в рамках контрнаступления. И мой герой в книге попадает вместе с отрядом с одним из отрядов, а было направлено в Калужскую область 4 отряда для перехода линии фронта. Вот он с одним из отрядов под командованием Лазнюка, старшего лейтенанта Кирилла Захаровича, попадает в Калужскую область, и они вступают в бой. Вот этот бой стал известен по имени героя Советского Союза Лазаря Коперника. Вот, мой главный герой выходит из этого боя один из немногих, кто остался жив, и один вообще, просто один, кто не получил ни одного ранения. Это, конечно, уникальная ситуация. Вот. Он еще в бою вынес раненого командира вместе с другим бойцом. Поэтому ситуация уникальна. Но любое исследование, любое... Ну, я считаю, это все-таки исследованием свою книгу, хоть она и художественная, но основана на документальных фактах. Оно не имеет смысла без определенной новизны. Если в ней нет чего-то нового, то и смысл, собственно, теряется. Вот такой новизной стали подробности гибели Лазаря Коперника, которые мне донес вот этот вот очевидец, который буквально с первой до последней минуты жизни Лазаря, он был рядом, слышал крики из того, это даже был не сарай, если вот посмотреть, например, да, это вот публикация, вот на картине художника, известной знаменитой картине, где Лазарь вот стоит с гранатой, Лазарь Хаймович Коперник, вот, она очень критиковалась Евгением Александровичем Ануфриевым, потому что сам сарай не соответствовал тому, который был. Это был не вот такой деревянный сарай, как на картине, а все-таки скотный двор с каменными стенами, которые даже не пробивали гранатометы. Вообще удалось уничтожить отряд немцам только благодаря тому, что загорелась крыша, и все это обвалилось. Это уже детали. И вот рядом с этим объектом, в котором засели, находился мой главный герой, и слышал все крики. Вот, а потом ему вот не случайно его интервью вышло вот по таким названиям после меня. Уже никто правду не скажет. Вот. И он как раз решил донести эту правду о гибели Лазаря Хаймовича. Вот мы видим портрет героя. Вот. Толчком вот лично для меня в моих поисках стала вот эта книга выпуска 1962 года. Дело в том, что Семен Гудзенко вел дневник, в котором записывал, это был не дневник, это была просто памятка поэта, и он записывал какие-то события со слов, он сам не участвовал в этом бою, но вот со слов выживших товарищей он сделал определенную запись. И тут вот приводятся комментарии Евгения Ануфриева, и которые как раз меня направили на определенный след. Вот там внизу написано, что в юности была публикация. Интересная история получилась с дневником. В 1953 году Семен Гудзенко умер от ран, полученных во время войны. И этот дневник некоторое время лежал, ну, в семье, ему не уделяли такого внимания, но когда начали перебирать бумаги, нашли, и энтузиасты взялись его расшифровать. И вот после расшифровки текст дневника был опубликован вот в этой публикации, это журнал «Огонек», да, журнал «Огонек», вот, и он был опубликован в первозданном виде, то есть не искаженный, но вот мы видим эту книгу 1962 года, тут уже вот комментирует Евгений Александрович, что здесь что-то не ладится, то есть внесены были какие-то изменения. Вот. И вот эти вот исследования позволили выйти на подлинную версию гибели Лазаря Хаймовича. Вот. Вопрос всегда, когда я общаюсь с читателями возникает, нужна ли правда такая, потому что все-таки мы были и воспитаны на одних фактах, да, тут более уточненная информация, как, каким образом погиб герой. Вот. Это ни в коем случае не умаляет самого подвига. Он до конца, и даже вот последние слова, до конца выполнил свой долг, и даже последние слова «я умер честным человеком» говорят о том, что его волевая составляющая была на очень высоком уровне, как и, собственно, и всех, кто с ним участвовал в этом бою. На этом, пожалуй, ограничусь, потому что и так уже немножко превысил лимит времени. Спасибо большое. Игорь Ильич, спасибо большое за доклад. Тем более люди, которые находились в списках Амсбона, они в большей степени засекречены, а вы сегодня рассказали очень уникальную информацию, которую можно найти, наверное, только из ваших источников или в семьях тех людей, которые вам это предоставили. Разрешите предоставить слово Ляпину Денису Александровичу, заведующему кафедрой истории и историко-культурного наследия ЕГУ имени Баумана Липецкой области, город Елец, имени Бунина. Прошу прощения, имени Бунина, доктор исторических наук, с докладом «Битва за Москву. Елецкая наступательная операция глазами очевидцев». Прошу. Спасибо, уважаемые коллеги. Я рад вас всех видеть, приветствовать. Очень символически, что сегодня, 9 декабря, день освобождения города Ельца от немецко-фашистских захватчиков, мы встречаемся с вами, и мне предоставлена возможность выступить. Я нахожусь в аудитории, здесь сидят студенты нашего первого курса, которые тоже слушают активно и мой доклад, и предыдущие выступления. Ну, а мне хочется сказать прежде всего, что мы несколько лет назад решили собрать информацию от свидетельств очевидцев о событиях елецкой оккупации. Ну, примерно это 3-9 декабря 1941 года со студентами провели такую работу и собрали как информацию в устном виде, то есть мы успели встретиться с ветеранами, которые были тогда детьми, ну и пообщаться с ними, и газетный материал, который публиковался в местной газете, называется «Красное знамя». Он издавался на протяжении там, ну, последних 10-15 лет очень активно. И, к счастью для нас, мы пришли к такому выводу, что многие люди прекрасно помнят события тех тревожных дней, потому что в памяти они запечатлились очень ярко. Ну, понятно, что даже для подростков, для детей это были события, которые их впечатлили, да, которые произвели на них впечатление, и они все хорошо запомнили. К нашему большому счастью, дожил до сегодняшнего дня, и сейчас благополучно здравствует один из свидетелей тех событий, Валентин Иванович Кононых, ему 95 лет недавно исполнилось, он в совершенном уме и здравой памяти пребывает, всю жизнь проработал инженером, и он так постоянный ценный источник информации для нас, мы с ним активно общаемся и сегодня, и тогда мы его открыли как бы для себя, ему было там порядка 11 лет, наверное, 12 в то время. И он все очень хорошо запомнил, и самое главное, вот сохранил здравомыслие и рассуждает очень разумно, рассказывает всегда с большим удовольствием о тех событиях. И надо сказать, что вот именно встреча с Валентином Ивановичем, она побудила нас пересмотреть какие-то вещи, которые нам казались очевидными, подчеркнуты из газеты. Валентин Иванович читает газету, его часто очень возмущает те свидетельства, которые там пишут, или просто статьи, которые там появляются, с которыми он не согласен и которые он опровергает как свидетель. В этой связи мы начали действительно критически подходить к тому, что пишется в газетах, и сравнивая два вида информации, та информация, которая нами непосредственно подчеркнута из устных встреч с очевидцами, и та информация, которая напечаталась в газете, мы, конечно, выяснили, что надо в пользу устных свидетельств говорить. Часто в газетах или еще где-то печатаются сведения, которые обрабатываются журналистами. Ну, вот журналист без критического мышления, без научного начинает влазить в текст, значит, изменения, чтобы добавлять от себя, что-то убирать. Конечно, это вообще совершенно неприемлемый с точки зрения исторических источников подход. Нужно публиковать все, что имеется, да, и как бы человек там не вспоминал, пусть сбивчиво, отрывочно, но это его свидетельство. И поэтому мы вот так отвергли со временем газетные публикации, не всегда достоверные, очень часто литературно обработанные. А вот воспоминания очевидцев, с которыми нам удалось пообщаться, там порядка 5-6 человек, но они показались более ценными. Да, может быть, они сбивчивые, может быть, они очень экспрессивные для своего времени выглядят, но, тем не менее, они правдивы, и они передают нам обстановку того времени. Ну и начать можно с того, что дата и время. Да, понимаете еще в чем дело? Вышла в 1943 году книжечка для штаба, посвященная Елецкой наступательной операции. Она попала в Елецкий музей. Вот, и сейчас ее активно читают, ну, изучают. Но мы видим, что не всегда в ней написана информация, отражает те реальные, которые здесь были, потому что написана она, естественно, была в спешке, написана она была не с научными какими-то целями, а чтобы показать пример Елецкой наступательной операции как успешной, да, одной из первых успешных боевых действий Красной армии. И вот показать те приемы чисто тактические, которые тогда применялись. А какие-то мелочи там не обращали внимания. А очевидцы помогли нам установить, ну, например, достаточно точно, люди вспоминают, Валентин Иванович, что в 14 часов дня после обеда, обед был строго по расписанию, тогда в такой мещанской консервативной среде, начались бомбежки 3 декабря, через 2 часа он пошел кататься на санках с ребятами с горки и вот, значит, услышал и увидел. То есть это достаточно точное свидетельство, поскольку обед, еще повторюсь, всегда был четко в семьях по какому-то вот определенному графику. Потом мы еще видим, что, собственно говоря, Валентин Иванович и другие свидетели говорят, что 8 декабря ночью немцы уже практически покинули город. Вот. А мы празднуем 9 декабря, день освобождения Ельца, но фактически это случилось чуть-чуть пораньше. 9-го, да, советские войска окончательно заняли Елец, полностью был освобожден от немецких фашистских захватчиков. Но тем не менее, видите, как нам помогают установить более точные даты свидетели этих событий. Ну и, конечно, знаете, благодаря свидетельствам очевидцев мы видим впечатления, которые на них производили немцы. Это листовки, которые немцы раздавали, это их действия, вот это как бы реальные живые люди. И когда мы эти вспоминаем, когда мы собираем эти свидетельства, они очень важны. Почему? Потому что одно дело цифры, факты, да, информация о передвижении войск, а другое дело вот свидетельства очевидцев, которые помнят немцев, помнят какие-то интересные сюжеты, с ним связанные, часто очень трагические, конечно, сюжеты. Но когда мы их собираем, они прекрасно используются нами в патриотической работе, потому что патриотическая работа предполагает все-таки неформальный подход, и чтобы студент или школьник, он впечатлился, он как бы ощутил эпоху, а лучше всего ощутил момент. Это происходит как раз тогда, когда мы видим вот такой яркий личностный сюжет. Таких сюжетов достаточно много. Но вспоминают, естественно, о том, где находился штаб. Вот это тоже исключительно воспоминание очевидцев, где находился штаб, на какой улице, и в каком доме он располагался, где стояли пушки. Вот. И еще интересное воспоминание очевидцев, например, о том, как быстро и неожиданно был нанесен советский удар. Мы видим, что немцы были растеряны, они не понимали, что происходит. Буквально некоторые люди говорили о том, что немцы обедали там или какие-то свои дела делали, вдруг срочно все побросали вещи, выбежали на улицу, абсолютно не готовые к советскому наступлению. Это тоже о многом свидетельствует, согласитесь, о том, что операция была хорошо разработана и стала неожиданностью для врага. Ну и, конечно, интересно также такие свидетельства, как связанные с освобождением города Ельца, то есть где шла, как разворачивать боевые действия. Кто-то конкретно говорит, что пулеметчик сидел там на такой-то колокольне, такого-то храма, его не могли долго убить, и потери при этом взятии этой колокольни были велики. Это тоже такой интересный факт, который очевидцы нам доносят. Да? Ну и радость, конечно, радость советских граждан, которые встречали с удовольствием, встречали Красную армию, освободившую город и дальше двинувшиеся на Ливны. Вот, это тоже те эмоции, которые нам через эти все годы, десятилетия до нас дошли самым неподдельным образом. В конце концов, мы издали вначале небольшую брошюрку «Оккупация и освобождение Ельца глазами очевидцев». Мы включили туда и газетную информацию тоже, но с критическими комментариями, да, ну, для всех желающих, с предисловием, объясняющим, что да, лучше довериться устным воспоминаниям. А потом вышла книжка «Елецкая наступательная операция» в авторстве со мной, с Виктором Магомедовичем Магомедхановым, который присутствует, и с Юрием Васильевичем Борисовым, ветераном. Вот. И мы выпустили эту книжку, замечательную, при содействии администрации города и нашей области, и туда включили как отдельную часть воспоминания очевидцев, чтобы они были лучше доступны. И, кстати, очень хорошо, наглядно иллюстрируют вот эти сухие, может быть, в чем-то сведения исторического характера. Поэтому, подводя итог своему выступлению, хочу сказать, что большую ценность имеют свидетельства очевидцев о событиях Великой Отечественной войны. Они лучше всего иллюстрируют и преступления фашистов на территории Советского Союза, они иллюстрируют отношения жителей и, в общем, непростые ситуации, в которых они оказывались, трагические, и как источник для работы с молодежью, не только с молодежью, это, в общем, прекрасное свидетельство очевидцев, может быть, что может быть лучше, как бы, слов людей, которые все видели, все происходящее. И мы надеемся дальше работать с этим источником, хотя большинство людей уже, к сожалению, умерли, этих свидетельств. Но будем искать. Спасибо за внимание, коллеги. Денис Александрович, спасибо большое за интересный рассказ. Как я рассказывал про нашего Николая Орлова, когда мы с ним встречались, он сообщил нам все истории, которые иногда бывшие военнослужащие, участвующие в Великой Отечественной войне, рассказывают, но иногда бывают с прекрасными. Но сегодня, смотря телевизор и те ужасы, которые мы можем там видеть, рассказывая партизан, участвующих в движении в Италии, они, может быть, даже более мягко кажутся на первый взгляд, хотя тоже были и зверства, и отношения к людям, нацистам. Нацисты себя явно проявили во всей своей, так сказать, в кавычках, красе. У нас сейчас вышла на связь школа. Уважаемая Наталья Валерьевна, Юлия Юрьевна, есть связь? Да, да. Ага. Кстати, вот мы поняли, что у вас не очень хорошо со связью именно поток интернета. Может быть, вам просто визуализацию отключить и делать доклад в устной форме. И предлагаем сделать доклад Прокофьева Дарьи «История семьи, опаленная войной». Не хотел бы, чтобы Антон Сергеевич расстраивался. Мы его очень рады были слышать. И если появится сегодня возможность ему продолжить свой доклад, мы обязательно это представим ему. Дарья, прошу вас. Здравствуйте. Тема моей работы – это история семьи, опаленной войной. Цель исследовательской работы на примере биографии прадеда Курии Матвея Иосифовича показать мужество, героизм, любовь к родине и стойкость советского солдата. Года 1941-1945. Мой прадедушка Куриев Матвей Иосифович родился 8 августа 1913 года в селе Казаки Елецкого района Орловской области, Липецкой области, в рабочей крестьянской семье. Не было много детей, но не все выжили, умирали в младенчестве от болезней. Выжило только 5 взрослых детей. Одна девочка, 4 мальчика. Жили очень его маму звали Акулина. Она работала за 3 дня. За них давали зерно, муку, чтобы прокормить. Папа моего прадедушки звали Иосиф. Он работал рабочим на заводе в Казаках. В школе прадедушка учился хорошо, но из-за весенней оттепели и нехватки денег ему пришлось закончить только 4 класса. На финскую войну, на Белорусский фронт. В 420-й стрелковый полк стрелков. В сентябре 1939 года по август 1940 год воевал. А 22 октября слуги, и было присвоено звание, что женился на моей бабушке Екатерине Герасимовне. Она работала закройщицей. У прадедушки было 3 детей, 2 девочки и 1 мальчик. Военные годы прошли очень тяжко. В декабре пришли немцы в село, с семейным пропитанием. Дом прадедушки и прабабушки тоже явились немцы. На тот момент у прабабушки выбежала из дома к соседям, но не заметил ее и выскочил за ней, закричал и выстрелил. Бабушка закричала и упала на землю, прикрыв с собой дочь. Пуля просвистела мимо нее. Сколько она лежала, не помнит. Увидели их соседи и привели к себе. С этого дня прабабушка от испуга стала седой. После войны прадедушка пошел работать в комбинат бытового обслуживания, плотником, столяром. Он построил множество домов, учреждений, школ. За отличную работу был награжден множеством грамот и денежными премиями. Вскоре был награжден медалью 40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945. Медалью 7 лет военных сил СССР. Свою трудовую деятельность прадедушка продолжал. Он был умным, справедливым, доброжелательным и справедливым. Умер мой прадедушка в СССР. В заключение нашего исследования мы пришли к следующим выводам. Для каждого человека семья – это самое ценное, что есть в жизни. Человек должен не только знать родственников, но и историю своего рода. История семьи – это корень, без которого человек не может существовать. История рода не обрывается, она продолжается в детях и внуках, а значит и в семейной памяти. История творят не только герои, но и простые люди. Я очень горжусь своими близкими, мне очень интересно узнавать свои истории и их жизни. Как капля в море, как песчинка в пустыне, как моя семья. Одна из миллион страниц очень интересной и увлекательной книги под названием «История России». Сохраним память о наших событиях наших лет. Нам помогает краеведческий музей нашего города. Здесь создан зал боевой славы, где собраны бесценные вещи времен Великой Отечественной войны. Боевые награды, фотографии героев-земляков, родовые и военная одежда. Сегодня мы пользуемся всеми благами, задумываемся, какой ценой они представились нашему народу. А чтобы жить с честью, нужно, чтобы память не умирала. Знать свою историю, помнить с вами каждый день, не просто поздравлять 9 мая, а потом за год забывать их слово. Помните, любите себя. Спасибо. Дарья, спасибо большое за интересный доклад. Мы надеемся, что следующая конференция вы нас тоже порадуете каким-нибудь интересным рассказом. Ну и, соответственно, Антона Сергеевича мы бы тоже с радостью услышали. Слово предоставляется старшему научному сотруднику Музея истории ВДВ Рязани с докладом о содержании Рязанской области от немецких фашистских захватчиков Филатову Игорю Альбертовичу. Прошу вас. Здравствуйте, дорогие друзья. Первым делом хочу поздравить всех с праздником, с Днем Героев Отечества, а также выразить благодарность организаторам за то, что пригласили на такую солидную международную конференцию. Я рад здесь видеть моих знакомых. Это Ежи Тыц, который летом был у нас в Рязани, был в нашем единственном в мире музее истории воздушно-десантных войск. Рад также видеть Михаила Николаевича, с которым вместе мы ездили в Сельцы. Ну и осенью я познакомился с Денисом Александровичем в Ельце. Очень приятно, что этот город участвует тоже в конференции, откуда родом мои предки. Доклад мой называется «Освобождение Рязанской области от немецко-фашистских захватчиков». И вот вы здесь видите фотографию. В Рязани тоже есть Кремль, как и в Москве. Конечно, не такой крутой, но тем не менее. И вот Кремлевский вал, который в средние века преграждал дорогу на город, защищая его от кочевников. Там в годы Великой Отечественной войны были установлены зенитки, защищавшие небо Рязани от налета вражеской авиации, и обслуживали их девушки, курсантки из артиллерийской школы. И вот уже 26 октября 1941 года в соответствии с постановлением Государственного комитета обороны Советского Союза номер 830-С был создан Рязанский городской комитет обороны в главе с первым секретарем Рязанского обкома партии Степаном Никоновичем Тарасовым. В руки РГКО передавала вся военная и гражданская власть на территории Рязанской области. Но мы немножко сделаем экскурс в Беларусь, в город Оршу, где после совещания начальников штабов немецких армий, проведенного начальником Генерального штаба сухопутных войск фашистской Германии Францем Гальдером 13 ноября в городе Орша Могилевской области, гитлеровцы предприняли вторую попытку окружения и захвата Москвы. И в результате они стремились сделать охват, вот с южной стороны были оккупированы 7 тогдашних районов Рязанской области. Немцы захватили такие крупные города, райцентры, как Михайлов, Скопин, село Милославское. Уже передовые части подошли к Захарову, село Захарово, и если по прямой считать, то они на 40 километров приблизились к городу Рязани. Нависла реальная опасность захвата города врагом, поэтому местные жители были отправлены рыть окопы, устанавливать противотанковые ежи. И в том числе вот моя бабушка Елена Степановна, она тоже участвовала в рытье окопов и сдавала кровь раненым бойцам, которые находились в эвакогоспиталях, и была впоследствии награждена медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны. Но вот во время захвата немцами рязанских городов некоторые случаи даже трагикомические происходили. Например, в Михайлове, когда они вступили в черту города и уже установили там свой блокпост, один из местных коллаборантов решил, который ждал, не дождался их встречи, вот наконец они прибыли, решил встретить их хлебом с солью, взял рушник, положил в него хлеб, соль и побежал к врагу навстречу. Немцы первый раз увидели такое дело, они подумали, какой-то придурок, тут какой-то Думков бежит, может, у него мина на руках. Взяли его, сразили очередью из пулемета. Но и уже вот начальником обороны города Рязани был назначен тогда генерал-лейтенант Мишулин Василий Александрович. В трудные дни Рязанский государственный комитет обороны решил сформировать рабочий полк, который фактически стал ничем иным, как частью народного ополчения, и командиром полка был назначен сотрудником областной прокуратуры Иван Николаевич Ромадин. Для формирования Рязанского рабочего полка было предоставлено здание Рязанского пехотного училища. Это здание старинное, бывшей духовной семинарии. Его время постройки 1816 год, в котором в настоящее время как раз и расположен музей истории воздушно-десантных войск, в котором я имею честь трудиться, и также одна из кафедр Рязанского воздушно-десантного училища. Вот современный вид этого здания. Висит мемориальная доска, из которой явствует, что здесь в октябре 1941 года формировался добровольческий Рязанский рабочий полк народного ополчения. Вот парадное крыльцо, и если посмотреть слегка левее от колонны крыльца, там как раз вот эта мемориальная доска заметна, немножко ее угол виднеется. В московскую зону обороны входил как раз Рязанский боевой участок, где свою важную роль должно было сыграть Рязанское народное ополчение. И получилось, что свыше 1000 стрелков оно имело в своем составе, то есть 2 полнокровных батальона и почти 2 полных пулеметных роты, вооруженных 31 пулеметом. Полк занимал оборону на Пронском направлении, и подразделения Рязанского добровольческого полка были усилены курсантами пулеметной роты Рязанского пехотного училища, которое как раз и располагалось вот в этом здании, нынешнего музея истории ВТВ. Надо сказать, что Рязанскую область было поручено оборонять 10-й армии, которой командовал генерал-лейтенант Голиков. И, в общем-то, она обороняла область вплоть до 8 декабря, то есть до момента изгнания немецких захватчиков с территории области. Как известно, контрнаступление советских войск в битве под Москвой началось 5 декабря 1941 года. И началось оно как раз с Рязанской земли. И вот первым городом Рязанской области, который освободили воины 10-й армии, был город Михайлов. Вот такая брошюра была выпущена в прошлом году в честь юбилея, такой буклет, вернее сказать, город Рязань 1941-1945 годы, 80 лет обороны Рязани. В его составлении принял участие и наш нынешний начальник Музея истории воздушно-десантных войск, кандидат исторических наук, подполковник запаса Шевченко Андрей Александрович. Карта-схема города Рязани, его центральной части, которая подвергалась бомбардировкам. Вот в период Великой Отечественной войны как раз красным цветом и обозначены места бомбежек. Надо сказать, что бомбежки продолжались вплоть до 1943 года, до Курской битвы. И бомбили Рязань нещадно, потому что она всегда была очень крупным центром, стратегическим центром, железнодорожным, где железнодорожный узел, там 2 вокзала, один на восточное направление, другой на южное. Было также немало расположено воинских частей и были предприятия, которые выпускали продукцию для нужд фронта. Все это, естественно, было лакомым кусочком для бомбежек со стороны фрицев. И вот в результате бомбардировок погибло 36 рязанцев, из них 10 детей, поскольку одна из очень крупных бомб попала в детский садик. И мой отец рассказывал тогда, он был свидетелем этого всего. Извините за такие подробности, но даже кишки висели на проводах тогда. И вот бабушка узнала, что бомбят в том месте, и она бросилась, прибежала его, схватила и успела принести домой. И вот 3 дня, как она рассказывала, не могли его раздеть, верхнюю одежду снять, он так одетый спал, настолько вот он сжался, и после этого вот у отца такой был нервный тик, всю оставшуюся жизнь, он, может быть, поэтому и состояние здоровья не позволило ему долго прожить, скончался в возрасте 47 лет. И он всю жизнь накручивал волосы на пальцы, его так и выдирал, курит и выдирает волосы, и вот так вот до конца дней своих. До 10-й армии был освобожден город Михайлов. Карту-схему вы видите. Бой за Михайлов длился до 9 часов 7 декабря. Итогом действий 2 полков 330-й стрелковой дивизии стало паническое бегство немецко-фашистских оккупантов. И действия 10-й армии под командованием генерала Голикова были успешными. Их результатом стало полное освобождение территории Рязанской области от вражеских войск. Первые бои за освобождение захваченных оккупантов районов Рязанской земли, взятие Михайлова, являвшегося крупным транспортным узлом, существенно изменили оперативное положение войск 10-й армии в лучшую сторону. Это обеспечило дальнейшее успешное развитие наступлений войск 10-й армии. Становилось прологом общей удачи не только армии генерала Голикова, но и всего левого крыла Западного фронта в битве под Москвой. К 17 декабря враг уже отступил за пределы Рязанской области, за Тулу. Таким образом, линия фронта выровнялась, и немцы больше никогда в Рязань и в Рязанскую область не приходили, только лишь в качестве военнопленных, где активно использовались во время восстановления города в послевоенные годы. И 30 декабря РГКО приняло решение о полной реорганизации добровольческого полка. Они влились в состав действующей армии, и на этом же заседании, то есть до наступления нового 1942 года, было принято решение о снятии осадного положения в городе Рязани. Мой доклад закончил. Благодарю вас за внимание и поздравляю с наступающими новогодними праздниками. Игорь Альбертович, спасибо большое за ваш интересный доклад. Мы были в вашем славном городе, видели, да, не один раз были и видели очень много памятников, посвященных воинам Великой Отечественной войны. В вашем городе память сохраняют очень надежно. Спасибо, что вы приехали, рассказали нам свою историю. Ну, теперь мы вашу историю вашего города стали более глубоко знать. Слово предоставляется Михаилу Николаевичу Пересину, члену комитета Калининградской общественной организации «Союз участников Великой Отечественной войны» и ветеранов, дважды краснознаменного Балтийского флота, капитану первого ранга в отставке, с докладом «Моряки в битве за Москву». Прошу вас, Михаил Николаевич. Добрый день. В битве за Москву принимали участие 210 дивизий и 142 бригады различных родов войск и видов вооруженных сил Советского Союза. Несмотря на то, что моряки составляли сравнительно небольшую долю от общего количества советских войск, они сыграли в битве за столицу выдающуюся роль. Их массовый героизм – яркая часть немеркнущего и жертвенного подвига защитников столицы. Достаточно скупой на похвалу, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, непосредственный свидетель доблести моряков, отмечал: в битве за Москву не раз отличались моряки, входившие в состав морских стрелковых бригад. Они покрыли себя боевой славой и в значительной степени содействовали успеху советских войск. Командующий Первой ударной армией генерал-лейтенант Кузнецов Василий Иванович, отмечая заслуги моряков, в своих воспоминаниях писал: моряки никогда не роняли свой боевой авторитет и всегда служили примером в бою личному составу. Первыми из моряков, кто вступил в бой с ударными соединениями немецкой группы армий «Центр», были краснофлотцы и командиры особой артиллерийской группы военно-морского флота и 154-й отдельной морской стрелковой бригады, которые участвовали в оборонительных боях под Москвой практически с самых начала, со 2 октября 1941 года. По указанию Ставки Верховного Главнокомандования приказом Народного комиссара ВМФ Николая Герасим-Кузенчева от 6 июля 1941 года на московское направление с краснознаменного Балтийского флота железнодорожным транспортом была направлена крупнокалиберная морская дальнобойная артиллерия. 100- и 130-миллиметровые орудия, предназначавшиеся для вооружения строивших кораблей и береговой обороны. Одна опытная 152-миллиметровая батарея на механической тяге, которая только что прошла испытание на морском полигоне, и старая батарея снята с одного из кронштадтских фортов. Организационно приказом наркома ВМФ от 21 июля 1941 года береговые артиллерийские батареи были сведены в особую артиллерийскую группу ВМФ, состоящую из двух отдельных морских артиллерийских дивизионов, которые комплектовались в большинстве своем за счет ресурсов краснознаменного Балтийского флота, за исключением призванных из запаса в Москве, а также командного состава, назначенного в основном из центральных органов Народного комиссариата ВМФ. Общая численность личного состава ОАК ВМФ превышала 800 человек. Оба дивизиона были расположены на танкоопасных направлениях Ржевско-Вяземского оборонительного рубежа Западного фронта. 199-й отдельный морской артиллерийский дивизион под командованием майора Кочеткова Якова Артемьевича в составе трех стационарных батарей был развернут в западное Ржево в районе станции Оленина Калининской области, прикрывая подходы к железнодорожному узлу. 200-й отдельный морской артиллерийский дивизион капитан-лейтенанта Остроухова Александра Елисеевича в составе 7 стационарных батарей и батареи на механической тяге занимал позиции в районе Западной Вязьмы и на левом берегу Днепра у станции Издешкова в Сафоновском районе Смоленской области, задачи оборонять подходы, к переправе и железнодорожному мосту через Днепр. 30 сентября ударные соединения гитлеровцев в ходе операции по захвату Москвы «Тайфун» перешли в наступление. 7 октября противник силами 3-й танковой группы с севера и 4-й танковой группы с юга и востока прорвался к Вязьме и замкнул кольцо окружения вокруг советских войск, действовавших в этом районе. Вместе с окруженными войсками Западного и Резервного фронтов героически дрались и моряки-артиллеристы. Огнем своих крупнокалиберных дальнобойных орудий они наносили сокрушительные удары по немецким танкам и пехоте. Артиллеристы 199-го отдельного морского артиллерийского дивизиона, начиная с 6-7 октября, почти непрерывно вели уничтожающий огонь по рвущимся вперед пехотным частям и танкам противника. 12 октября командир дивизиона получил приказ командующего 29-й армии. В нем говорилось, что армия отходит на новый оборонительный рубеж. В связи с этим морякам предстояло орудие береговой обороны и боеприпасы к ним в случае невозможности вывоза взорвать. Комдив майор Кочетков решил под покровом ночи нанести противнику как можно больше урон. Так был израсходован весь боезапас, и только тогда орудия были взорваны, а личный состав батарей начал отходить в направлении Ржева. Однако город и все переправы через Волгу в том районе уже были заняты врагом. Моряки и мелкие группы сухопутных войск пробились к Волге севернее и переправились через нее вплавь. Штабом Западного фронта командиру дивизиона было приказано незамедлительно прибыть в Москву. Особо тяжелые испытания выпали на долю личного состава 200-го арт-дивизиона. 2-8 октября артиллеристы дивизиона, находясь в глубоком окружении, вели непрерывный огонь по наступающему врагу. 9 октября по письменному приказу командующего 32-й армии 200-й отдельный морской артиллерийский дивизион, расстреляв боезапас и подорвав стационарное орудие, начал отход на восток. Артиллерийская батарея орудий калибра 152 мм на механической тяге старшего лейтенанта Фокина Геннадия Дмитриевича прикрывала отход не только личного состава дивизиона, но и стрелковых соединений частей. Прибыв в село Богородицкое Вяземского района Смоленской области, моряки влились во 2-ю стрелковую дивизию, бывшую 2-ю дивизию народного ополчения Сталинского района Москвы. Тяжелые бои по выходу из окружения продолжались до 26 октября 1941 года. Пробиваясь по тылам противника, моряки вместе с пехотинцами вырвались из кольца и вышли на Можайскую линию обороны. В конце октября, начале ноября 1941 года из личного состава отдельных морских артиллерийских дивизионов, вышедших из вражеского кольца окружения, были сформированы 4-й и 14-й отдельные гвардейские минометные дивизионы моряков. В очень сжатые сроки, буквально в течение нескольких дней, моряки-артиллеристы владели новой для них техникой – гвардейскими реактивными минометами БМ-8 типа «Катюша». Уже 27 октября 4-й отдельный гвардейский минометный дивизион моряков гвардии майора Кочеткова громил врага на участке 49-й армии Западного фронта, принимал участие в контрнаступательных и наступательных боях под Москвой на левом крыле Западного фронта в районе города Сербухов. 14-й отдельный гвардейский минометный дивизион моряков гвардии капитан-лейтенанта Москвина был включен в 1-й отдельный московский отряд моряков, в составе которого занимал оборону на участке западнее Москвы. 28 октября 1941 года в связи с переформированием отряда моряков 116-ю отдельную бригаду морской пехоты дивизион был исключен из штатного расписания бригады и в феврале 1942 года отправлен на Южный фронт, где вошел в состав 3-го гвардейского стрелкового корпуса. В составе этих частей соединений моряки-артиллеристы прошли по дорогам войны славный боепуть, завершив его на территории Германии. Кроме вышеперечисленных морских частей, в битве за Москву принимали участие 6 отдельных морских стрелковых бригад – 62-я, 64-я, 71-я, 74-я, 75-я, 84-я. Появление таких необычных соединений было вызвано тем, что в октябре 1941 года под Москвой сложилась тревожная, если не сказать более того, критическая обстановка, обусловленная прорывом обороны войск Западного, Резервного, Брянских фронтов, потребовавшая от руководства страны принятия экстренных мер. В исполнении постановления Государственного комитета обороны от 18 октября был издан приказ Народного комиссара обороны номер 20110 от того же числа, предписывающий 15 ноября 1941 года во внутренних военных округах страны сформировать 25 отдельных стрелковых бригад, но укомплектование которых обратить 35 тысяч моряков, 60 тысяч выздоравливающих после ранений бойцов и младших командиров, 10 тысяч коммунистов, прошедших военную подготовку, и 5 тысяч рядового и младшего состава, прошедшего нормальную 2-3-летнюю службу в армии в числе разбронированных народного хозяйства. Таким образом, военно-морской флот стал одним из источников создания сухопутных формирований, а именно стрелковых частей. В течение 1941 года на сухопутный флот было направлено 37 827 военных моряков, в том числе 5442 человека из военно-морских учебных заведений. Обстановка на фронтах сложилась так, что с 24 октября в военно-морских училищах были прекращены занятия по нормальному учебному плану и начато обучение всего личного состава по 200-часовой программе военно-сухопутной подготовки. В высших военно-морских училищах страны в соответствии с телеграммой начальника военно-морских учебных заведений 29 октября состоялся досрочный выпуск из числа курсантов, обучавшихся на 4-м курсе. К примеру, из Тихвинского высшего военно-морского училища 1 ноября 1941 года было досрочно выпущено 202 лейтенанта, 139 из которых были направлены на сухопутный фронт, Сибирский военный округ на формирование морских стрелковых бригад. 4 ноября 1941 года, не завершив обучение по военно-сухопутной подготовке, примерно половина курсантов 1 и 2 курсов тому была направлена на сухопутный фронт. Всего на фронту было 98 главстаршин курсантов 2 курса и 99 старшин 1 статьи курсантов 1 курса. Кроме того, в распоряжение командующих Сибирским округом и с тому в октябре-ноябре 1941 года добровольцами отправились 53 человека из командного старшинского краснофлотского состава, из числа преподавателей, специалистов, обслуживающих учебные процессы, повседневную службу, командиров, политработников подразделений, кадровой команды училища. Аналогично из состава практически всех военно-морских училищ на сухопутный фронт убыли их питомцы. Нюансы зависели от географического расположения училищ. Следует заметить, что комплектование морских стрелковых бригад осуществлялось исключительно на добровольной основе. Каждый, будь то офицер, старшина, курсант или краснофлотец, зачислялись в новую часть только после того, как написали соответствующий рапорт. Официально наименование морских эти соединения получили приказом НКО СССР от 27 декабря 1941 года. Боевое ядро 62-й, 64-й и 71-й бригад составляли моряки-тихоокеанцы 84-й Амурской военной флотилии, количество которых на тот период достигало 30-40% от личного состава бригады. О том, как воевали под Москвой моряки отдельных морских стрелковых бригад, я хочу рассказать на примере 70-отдельной морской стрелковой бригады. Эта тема мне наиболее близка, хотя являюсь ветераном дважды краснознаменного Балтийского флота, на котором прошла вся моя офицерская служба, но флотская биография началась в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени Макарова в Владивостоке. И уже только по выпуску в 1976 году я был направлен для прохождения службы на Балтику. А именно 71-й отдельной морской стрелковой бригады воевало наибольшее количество, 47 человек, воспитанников нашего училища. Довоевала она, не в укор другим сказано, наиболее храбро и организованно. Бригада формировалась с 22 октября по 22 ноября 1941 года в Сибирском военном округе в районном центре Новосибирской области в селе Машково из моряков Тихоокеанского флота, Краснознаменной Амурской военной флотилии, Ярославского флотского полуэкипажа и личного состава военно-морских учебных заведений, а также призванных из запаса сибиряков. Многие офицеры бригады были назначены из частей подразделений Тихоокеанского флота. Командир бригады полковник Безверхов Николай Петрович, военный комиссар бригады полковой комиссар Бобров Евгений Васильевич служили на курсах переподготовки начальствующего состава запаса Тихоокеанского флота. Начальник химической службы капитан 3-го ранга Будрейко, командир 2-го отдельного стрелкового батальона Голяка, командир батареи отдельного артиллерийского дивизиона лейтенант Ганич, старший военфельдшер Гробовой были назначены из Тихоокеанского высшего военно-морского училища. Командир отдельного стрелкового батальона капитан Тулубов служил в учебном отряде подводного плавания Тихоокеанского флота. В бригаду были направлены 16 лейтенантов досрочного выпуска Тихоокеанского высшего морского училища на первичные офицерские должности. Большинство из них геройски погибли в боях под Москвой и позже на Северо-Западном фронте. День Победы посчастливилось встретить только 4 из них. На должности помощников командиров взводов и командиров отделений были назначены 27 глав старшин и старшин 1-й статьи, бывших курсантов 1-го и 2-го курса ТАУМУ. Из Каспийского высшего морского училища имени Кирова, которое, кстати, сегодня отмечает 83-ю годовщину, 71-ю бригаду, были направлены 8 лейтенантов досрочного выпуска и 8 бывших курсантов 1-го и 2-го курса. Также в составе бригады воевали выпускники и бывшие курсанты других военно-морских учебных заведений. 20 ноября 1941 года 71-я отдельная стрелковая бригада со станции Машково Новосибирской области была направлена в фронт под Москву. Выгрузившись 26-27 ноября из эшелонов, 71-я отдельная стрелковая бригада буквально с колес вступила в бой. Командование 1-й ударной армии поставило бригаде задачу в ночь на 3 декабря атаковать село Ольгово и село Языково и прилегающие пункты в Дмитровском районе Московской области, овладеть ими и выйти в тыл войскам врага, находящимся в Яхраме, сковать как можно больше неприятельских сил. Выполняя приказ командования, бригада, совершив метель тяжелый ночной марш по лесному бездорожью, переправилась через канал Москва-Волга и у деревни Григорково Дмитровского района вступила в первый бой с немецкими захватчиками. Очень тяжелые бои бригада вела по освобождению села Языково, которое 3 раза переходило из рук в руки. В первых боях с 3 по 9 декабря подразделение бригады было уничтожено 19 фашистских офицеров, 50 унтер-офицеров и до 200 солдат. Победы на дорогом дались бригаде нелегко, ценой собственных потерь. Герои-воины 71-й бригады, погибшие в боях за освобождение Языкова и села Барносово, похоронены здесь в братских могилах. Якоря и цепи обелисков связывают героев Московской битвы с моряками современного военно-морского флота. В ходе общего наступления 1-й ударной армии 71-я отдельная стрелковая бригада совместно 64-й отдельной морской, 35-й и 55-й стрелковыми бригадами, 31-й танковой бригадой, наступавшими с севера, и 33-й 331-й стрелковой дивизии 20-й армии, наступавшей с юга, к полудню 12 октября освободили от немецких захватчиков город Солнечногорск Московской области. За первую половину декабря бригада освободила от фашистских оккупантов 25 населенных пунктов, уничтожила свыше 2 вражеских полков и захватила трофеи. В ходе победоносных боев бригада понесла значительные потери. С 2 по 17 декабря она потеряла убитыми и ранеными 1648 человек, то есть 36% своего первоначального состава. В непрерывных боях войска 1-й ударной армии с 6 по 21 декабря продвинулись вперед на 120 километров. Но чем ближе подходили они к берегам реки Ламы, тем сильнее становилось сопротивление врага. На высоком западном берегу реки фашистское командование создало мощный оборонительный рубеж. Здесь гитлеровцы решили остановить наступление Красной армии. Они рассчитывали продержаться до весны на Ламе, а потом возобновить наступление на Москву. Но планам фашистов не суждено было осуществиться. Бои 71-й отдельной морской стрелковой бригады писалось в отчете штаба 1-й ударной армии, которая вела она за село Языково, деревни Барносово, Тимонова и на реке Ламе, были самыми ожесточенными и самыми успешными всех боев, какие вели части армии в битве за Москву. Бригада дралась дерзко и умело. Моряки штыковыми атаками выбивали гитлеровцев из населенных пунктов и наводили ужас на фашистских солдат и офицеров. 5 января 1942 года в разгар боев на реке Лама приказом Народного комиссара обороны за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава 71-я отдельная морская стрелковая бригада полковника Безверхова Якова Петровича, первой из морских стрелковых частей, была преобразована во 2-ю гвардейскую отдельную стрелковую бригаду. 21 января 1942 года 2-я гвардейская отдельная стрелковая бригада в составе 1-й ударной армии была выведена в резерв ставки ВГК для доукомплектования и довооружения. А 23 января в селе Селинское Клинского района 2-й гвардейской отдельной стрелковой бригаде было торжественно вручено гвардейское знамя. О значимости боевых успехов бригады свидетельствует копия письма командующего 1-й ударной армии генерал-лейтенанта Кузнецова 27 января 1942 года, хранящейся в фондах Военно-исторического музея Тихоокеанского флота во Владивостоке. Цитирую его дословно. Особо важно командиру 2-й гвардейской бригады полковнику Безверхову. 25 января товарищ Сталин после выслушивания доклада Военного совета 1-й ударной армии боевых действий армии просил передать его большой привет за хорошие боевые действия веренной вам бригады. Вот что сообщало Совинформбюро 5 февраля 1942 года, как бы подытожив боевую деятельность бригады в Подмосковье. За последние дни боев гвардейская часть командира Безверхова, действующая на одном из участков Западного фронта, разгромила 3 полка вражеской пехоты и захватила 15 немецких танков, 460 автомашин, 5 броневиков, 15 транспортеров, 20 орудий, 50 пулеметов, 30 минометов и обоз с большим количеством медикаментов. За успешные боевые действия, храбрость и мужество и отвагу 51 человек из бригады были отмечены государственными наградами. Камбриг гвардии полковник Яков Петрович Безверхов и комиссар бригады гвардии полковой комиссар Евгений Васильевич Бобров были удостоены ордена Красного Знамени. Воспитанники тому Даже во время напряженных боев под Москвой не теряли связи с родных училищ. В «Курсантской газете» «Вымпел» периодически публиковались их письма с фронта. После вручения бригаде гвардейского боевого знамени по поручению своих товарищей, воспитанников Тихоокеанского высшего морского училища, лейтенант Алексей Добряков написал письмо начальнику ТАВМУ, капитану второго ранга Паскотину Алексею Петровичу. Товарищ капитан второго ранга, как не написать вам? Сегодня такой радостный день. Партия и правительство удостоили нас высокой чести. Части полковника Безверхова присвоено звание 2-й гвардейской бригады. Много гвардейцев, представленных правительственным наградам. Приказ бригаде короток, только вперед, ни шагу назад. Этот приказ мы выполняем с первого дня пребывания на фронте. Сейчас противник отогнан от Москвы. Мы с боем продвигаемся на запад. Передайте боевой гвардейский привет курсантам и командному составу нашего родного училища. Мы еще вернемся на флот. К сожалению, из 10 человек, от имени которых было подписано это письмо, с войны вернулось только 3. 1 февраля 1942 года 2-я гвардейская отдельная стрелковая бригада со станции Клин Московской области с железнодорожным транспортом в составе 1-й ударной армии была направлена на северо-западный фронт в район города Старой Русы Ленинградской, ныне Новгородской области. Здесь в ходе 1-й Демьянско-наступательной операции 7 января по 20 мая 1942 года бригада храбро дралась так же, как и под Москвой. За успешные боевые действия на старорусском направлении, образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими оккупантами, проявлены при этом доблесть и мужество, 2-я гвардейская отдельная стрелковая бригада указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1942 года награждена орденом Красного Знамени. Эти победы также были оплачены кровью и жизнями бойцов и офицеров бригады. В боях под Старой Руссой сложили головы многие моряки-гвардейцы, в том числе командир бригады гвардии полковник Безверхов Яков Петрович. 24 апреля 1942 года бригада была переформирована в 25-ю гвардейскую стрелковую краснознаменную дивизию, которая с боями прошла до Будапешта и закончила введение боевых действий 12 мая 1941 года на подступах к Праге. Доклад закончил. Михаил Николаевич, спасибо большое за очень интересный доклад. Мы узнали, что практически битву под Москвой поддержало, наверное, 100% моряков, которые проживали на территории Калининграда, да? В то время это, наверное, была немецкая территория. Слово предоставляется профессору Юго-Западного государственного университета, старшему научному сотруднику НИИ, военной истории, военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, кандидату исторических наук, с докладом «Инженерное подразделение Амсбон на защите столицы» Марковчину Владимиру Викторовичу. Прошу. Спасибо большое за оказанную честь участвовать во 2-й раз в подобной конференции. В прошлом году я выступал со схожей темой. Она касалась тех мероприятий, в которых принимали участие бойцы Амсбон. Сегодня я продолжу эту же тему, но несколько в другом ракурсе. Итак, один любопытный документ, датированный февралем 1945 года, доносит до нас размер участия воинов и бойцовых командиров Амсбон, а потом отдельного отряда особого назначения НКГБ СССР в событиях Великой Отечественной войны. Из него яствует, что, допустим, в Ленинградской битве со стороны Амсбона приняло участие всего лишь 3 человека. В боях за освобождение Кавказа где-то примерно 360 человек. В боях за свободу нашей столицы приняло участие где-то примерно 4500 человек. Почему я пришел к такому выводу? Да потому что эти люди как раз награждены медалями за участие в тех или иных воинских операциях. Итак, основная часть, которая выпала на долю Амсбона, это защита столицы. В предыдущих докладах моих коллег неоднократно звучала аббревиатура НКВД. Не стоит пугаться этого обозначения. НКВД и войска, и спецподразделения Наркомата внутренних дел – это последний рубеж обороны. Они должны были в случае входа немцев в Москву полечь костьми на Тверской, на кольцах, секторах, которые были отведены им для защиты. Это, так скажем, последний резерв, который был у руководства партии и правительства на случай непредвиденных ситуаций в Москве. Вот. Как вы знаете, Иосиф Виссарионович принял решение остаться здесь, в осажденной столице, никуда не уезжать. Но это только такая небольшая часть всего того, что мы вкладываем в понятие «московский план». Московский план – это огромное количество томов, которые посвящено всей проблематике, связанной с защитой столицы. Там нарезаны отдельные куски для всех структур, но львиная часть московского плана, она отдана на откуп специальным службам, и НКВД в этой связи был на первых ролях. Когда 20 лет назад я готовил сборник «Лубянка в дни битвы за Москву», мне пришлось поневоле ознакомиться с этим планом. Я как-нибудь на следующем, может быть, конференции пройдусь по его основным, так скажем, реперным точкам. Но скажу одно, что минированию, защите столицы заграждениями всякого вида в этом плане уделено огромное значение и огромное место. Ну, все слышали про спецмероприятия на больших промышленных предприятиях Москвы и Подмосковья, все слышали о минировании электростанций, все слышали о минировании жилых домов в Москве. Ну, не все, наверное, знают, что даже в такое знаковое для Москвы здание, как здание Большого театра, было заминировано 4 авиабомбами весом по 250 килограмм. А когда угроза столицы миновала, значит, начали разминировать. Я видел эти документы, когда закладывалось 4 бомбы, а изымаются 3 бомбы. И встает резонный вопрос, а где же 4-я-то? В одно и то же время со мной работал представитель другой структуры, которая вот тоже занимается схожими вопросами. Вот. И я, когда к нему подошел с этим вопросом, он очень удивился, всполошился. Вот. Начали искать, где же 4-я бомба, может быть, она до сих пор находится под фундаментом там Большого театра. Оказывается, нет, просто ее изъяли раньше, и отдельный акт на этот случай был подготовлен. Ну, вот такие вот нюансы, связанные с минированием, разминированием объектов Москвы и Подмосковья, они возникали часто. Ну, я, если вспомню события 1988 года, когда один из ветеранов Амсбона вдруг вспомнил, что он участвовал в заминировании колонного зала Дома Союзов. Знаете, такое очень интересное место в непосредственной близости от Кремля. Вот. Он вспомнил, что он минировал это здание. Вот. А больше об этом никто никогда не вспомнил. Вот. Но самое интересное то, что когда его обследовали, то обнаружили, что в это здание, оказывается, был второй вход. А потом за этим замурованным входом нашли комнату, заставленную ящиками со взрывчаткой. Просто положение в городе было такое, что в сутолоке, в особой секретности проводимых мероприятий не всегда удавалось четко отразить на бумаге все то, что было сделано. Вот. Специальные мероприятия, они потому и специальные, что не всегда и не до всех доводятся. Вот. Вот можете себе представить, что могло бы произойти, если бы кто-то вдруг решил привести в действие эти все заряды. Но тем не менее, вклад инженерных подразделений Амсбона в защиту столицы, он настолько весом, что я вот если даже остановлюсь на основных каких-то цифрах, то полностью не смогу его охватить. Даже отчетных документов, которые бы о полном объеме могли бы сказать, их на самом деле не так много. Люди не писали отчеты ради того, чтобы мы, историки, потом в них, значит, находили для себя какие-то новые цифры или новую информацию. Они занимались реальным делом. Реальное дело было таким, что на обороне Москвы были не всегда полные части, обескровленные предыдущими боями, не всегда хорошо вооруженные, не всегда обладавшие полным набором боеприпасов и так далее. Положение было серьезное. И тогда в октябре 1941 года было решено использовать последний резерв, который находился в Москве и ближайшем пригороде. Да? Это те самые части Амсбона, Амсдона, о которых многие слышали, но не всегда понимают, чем они отличаются. Ну, если там в двух словах я объясню. Дивизия особого назначения Амсдон, она занималась в основном охраной стратегически важных объектов, поддержанием порядка в городе. Бригада особого назначения, она в основном занималась активными мероприятиями. Это разведка и диверсии в тылу противника. Вот. В Амсбоне всегда были инженерные подразделения. Они и создавались сразу после того, как было принято решение, сначала оформленное в виде устного указания Лаврентия Берия, наркома внутренних дел. Вот. А потом оно уже реализовывалось в печатном виде. И это все прозвучало 24 июня уже, через 2 дня после начала войны, когда стало понятно, что войну просто теми методами, которые применялись до этого, просто не выиграть. Надо изобретать что-то такое, чтобы могло помочь победить коварного и хорошо подготовленного врага. Вот это вот подготовка спецназа, эти вот тренировки на будущем олимпийском стрельбище в Мытищах, да? Я вот его прекрасно знаю, я спортсмен-динамовец, я там бегал много раз на лыжах, кроссы, там стрелял из всякого рода оружия. Вот это же место было полигоном для подготовки взрывников, минеров. Вот. И то, на чем они тренировались, это те пни от тех деревьев, которые когда-то были спилены в округе. Да? И очевидцы в своих мемуарах, они говорят о том, что весь день был наполнен этими вот взрывами. И запахом от этой взрывчатки было пропитано, ну, все в округе. Вот. Но люди готовились. И когда критический момент настал, в октябре 1941 года огромные по количеству отряды взрывников-минеров выдвинулись на передовые рубежи. Отдельные коллеги уже касались этой темы, в частности, господин Алексеев. Вот. Основные группы – это 3 группы. Первая – под командованием капитана Кулябина, она объединяла в себе 290 человек. Она была на участии фронта, который был с немецкой стороны отведен 4-й армии, вот, это где-то примерно Кашира, а также 2-я танковая армия знаменитого стратега Гудериана. Да? Чтобы было еще более близко и понятно, это Волоколамский, Пятницкий, Можайский, Подольский, районы шоссе: Волоколамская, Пятницкая, Можайская, Подольская, Остаповская, Нарфаминская, Каширская шоссе. Значит, следующий такой значимый, наверное, самый большой в истории Амзвона сводный отряд, 770 человек под командованием майора Шперова. Вот, эта большая бригада действовала против 3-й и 4-й танковых групп немецких генералов Гота и Гёпмера. Вот. На Ленинградском, Рогачевском, Дмитровском, Октябрьской железной дороге, те предыдущие шоссе, и канал Волга-Москва. А позднее сместилось немного в сторону Ленинградского шоссе. Вот. Третий такой массированный выброс инженеров, минеров — это отряд капитана Гомберга, 230 человек. Он действовал к северу и северо-западу от Москвы против немецких танковых частей, которые пытались прорваться к столице с этого направления. Это примерно Ленинградская, от Солнечногорского до города Химки, и Дмитровского шоссе. Это все вкупе нам дает примерно 1500 минеров, которые были объединены в 3 разных, так скажем, отряда. Была еще масса отдельных локальных групп, которые посылались на эти направления для того, чтобы решать те или иные особые задачи. Вот. Если мы, значит, посмотрим на то, что удалось сделать всем этим 3 группам в основном, да, то результаты примерно следующие. Значит, подготовлено к разрушению железных, шоссейных и автодорог 128,5 километров. Подготовлено фугасных воронок, это то, куда закладываются заряды особой мощности, фугасы так называемые, 500. Заложено и взорвано фугасов 250, это то, что использовано. Взорвано, значит, шоссейных, железнодорожных и автомагистральных дорог, почему-то одной шоссейные и автомагистрали, по-видимому, грунтовые такие дороги, 71,5 километров. Заложено минных полей с установкой противотанковых и противопехотных мин. Всего 40 000 этих мин. Подготовлено к взрывам различных мостов 50. Взорвано ввиду приближения противника 21 шоссейный и дорожный путепровод. Да? Ну и чтобы не оставлять врагу, взорван 1 склад взрывчатых веществ, 20 тонн. Вот. Это только часть, значит, этих вот результатов. Глубина работы инженерных подразделений насчитывала от 70 до 100 километров от линии фронта. Вот я когда собирал эту информацию, смотрел эти названия географические на карте, да, оказалось, что мины закладывали в районе Кунцево. Сегодня это уже давно территория города Москвы. Бирюлево, вот, и так далее. Очень много названий подмосковных деревень, которые сейчас входят в неотъемлемую часть нашей столицы. Вот можете себе представить край фронта, да, и Бирюлево. Между ними достаточно много километров. Да? Но даже там минировались все, значит, пути, которые могли вести фашистов в Москву. Нереализован был еще одна находка, значит, минеров Амсбона. Участок шоссе длиной 4 километра, он был настолько напичкан взрывчаткой, теми самыми фугасами, вот, что при продвижении противника на воздух должен подняться весь этот участок, 4 километра. Можете себе представить, сколько там может поместиться там танков, пехоты, там, артиллерии и прочих наступающих частей. Но ввиду отсутствия угрозы последующей столицы, этот план так и не был приведен в действие, хотя все для его реализации было подготовлено. Прорыто там десятки, сотни шурфов, заложена взрывчатка, протянуты провода к этой взрывчатке и так далее. Вот, вот так избирательно, вот так интересно работал Амсбон в этой части, в части минирования территории, в части создавания, значит, условий, которые бы никак не способствовали фашистам для того, чтобы решить главную задачу этой войны, взять столицу и провести в ней свой парад. Вот. Если мы в цифровом исчислении посмотрим эту вот огромную дугу, которая вокруг Москвы сложилась, да, там с юга на север, там и так далее, примерно 40% этой дуги, огромной дуги, вот, отводилось для инженерных, значит, частей Амсбона. Они отвечали за почти половину этой вот огромной дуги, которая сложилась вокруг Москвы. Вот. Это говорит только о том, что саперные и прочие инженерные части тех уже упомянутых, и 1-й ударной армии, и 5-й армии, и других, и 10-й армии, вот, они были в значительной мере обескровлены. Вот, если там посмотреть на статистику, голую статистику, да, 30-я армия, она заложила минных устройств, вся армия, все ее инженерные подразделения заложили минных устройств в 10 раз меньше, чем Амсбон. Ну, вы сравните, что такое Амсбон с его там несколькими ротами инженерными, да, и армия, где должны быть свои специфические подразделения. Это только то, об этом и говорит, еще раз подтверждает, что инженерное насыщение в той же 30-й армии было в значительной степени подорвано. Вот. Итак, если мы говорим о саперах как в первую очередь о защите столицы, где враг никогда не пройдет, то мы не всегда с вами понимаем, что даже просто выставление этих самых мин пехотных или противотанковых, да, на направлениях возможного наступления противника, оно тоже имеет какой-то эффект. Вот примерно только малая часть того, что было, значит, можно было отнести к активу в части Амсбона, да, по самым низшим подсчетам, это 30 уничтоженных немецких танков, более 20 бронетранспортеров, 68 автомашин с мотопехотой, 19 легковых автомобилей с офицерами, 53 мотоцикла. Это то, что удалось подорвать и посчитать потом на подступах к линии нашей обороны, на тех самых минных заграждениях, которые были установлены Амсбоном. Вот. Я хотел бы еще немножко добавить выступление нашего коллеги Гузеева Алексея Николаевича. Он говорил о эвакуации училищ НКВД из Москвы. Но самое интересное то, что эвакуированные помещения этих училищ тоже заполнялись новыми постояльцами. Так вот, Амтсбон с осени 1941 года, когда проживать ни на стадионе «Динамо», ни на, значит, стрельбище мытищах не стало возможным, он передислоцировался в город Бабушкин. Тогдашнее военно-техническое училище НКВД имени Минжинского, а сегодня Московский институт пограничных войск, да? Вот. И до расформирования Амтсбона в, значит, уже в 1943 году, да, до передачи его полномочий в НКГБ СССР, да, он так и оставался штабом для всего Амтсбона. Там находились бойцы, там они обучались, там оттуда они отправлялись на все фронта этой большой войны. Вот, пожалуй, все, что я хотел бы сказать по данному случаю. Спасибо большое. Владимир Ильич, спасибо большое за интересный доклад. Я сам не знал, что, оказывается, пограничное училище находилось в городе Бабушкино. Я думал, там какая-то деревня была Бабушкина. Да, ну, спасибо большое. И вот хотел бы я в дополнение к информации, которую сказал Владимир Викторович и уважаемые коллеги перед ним, в настоящее время, 29 ноября, в выставочном зале Федеральных архивов в городе Москве на улице Большая Пироговка, дом 17, открылась историко-документальная выставка «Великая Отечественная война» 22 июня 1941, 19 ноября 1942 года. Очень интересная выставка, поскольку на ней представлено более 400 документов в оригиналах, и чем она еще интересно тем, что документы на ней показаны из ведомственных архивов МИД, ФСБ, СВР и Минобороны. Она будет работать до конца февраля следующего года. Доступ на эту выставку совершенно бесплатный. Я думаю, коллегам это будет очень интересно. И при содействии РИО была тоже недавно совсем открыта выставка «Годовщина битвы под Москвой, 81 год». Она находится на Гоголевском бульваре, где можно увидеть фотографии того времени. Можно сказать, что сегодня мы провели хорошую работу, приняли для переварки, для восприятия очень много информации. Стоит еще это все изучить более подробно. Какие-то вопросы, которые мы могли бы обсудить на следующей конференции, после прохождения сегодняшнего мероприятия можно будет сформировать. Если какие-то есть вопросы, кто сегодня сообщал, кто находится на связи, прошу. Есть вопросы, коллеги? Ну и вопросы есть, Виктор, у вас? Хорошо. И как раз я хотел вот еще добавить ко всему, что сегодня должен был принять участие наш уважаемый коллега Ежи Тыц. К сожалению, он выходил на, в общем, находился в сети. У него в связи с тем, что какое-то время он восстанавливал, ну, большой, долгий срок времени, он восстанавливал памятники советским воинам на территории Польши, у него в связи с этим появилось очень много проблем с местными властями. Он уже второй раз был вызван к администраторам, они с ним ведут беседы. Ну, надеемся, что Тыц не сдастся и продолжит свое дело. И также у нас хотели принять участие несколько человек из Института Востоковедения, коллега из музея, Центрального музея Росгвардии, Сергей Леонидович Мазур, хотел Дмитрий Юрьевич Ванин принять участие. Ну, хотел бы выразить слова благодарности руководству, которое контролировало процесс организации нашей конференции в Росгвардии, и коллегам, которые внесли посильный вклад. Спасибо большое. Если вопросов все-таки ни у кого нет, мы заканчиваем. Всего доброго, всего хорошего. Рады были видеть, слышать. Будем на связи. Надеюсь, на следующей конференции. Спасибо. До свидания.